Так, добрый вечер. Снова Ромхак, снова Рокет, снова от него стримы. И в этот раз мы будем... Значит, в прошлый раз мы стримили на NES такую игру, как Little Nemo. Стримил ее я. В этот раз мы продолжаем наше следующее шествие по экранам Ромхака. Итак, сегодняшний стрим у нас будет с Дашей. Рады приветствовать ее. Привет. Вот. Саша, великая проходительница хака DuckTales Deluxe. Что тут сегодня... DuckTales Deluxe? Саша вызвалась помочь-таки пройти еще 4, да? 4 хака. Угу. Рокет уболтал, конечно. Да, 4 моих именно хака. Но они будут гораздо легче, конечно, того самого Deluxe. И уж если вспомнить того же Ломакса, да, с его хаками, это не сравнить просто. Ну да, наверное. Ну вот, Даша у нас такая вот сегодня. Я сегодня немножко приболевшая, у меня насморк, поэтому будут всякие посторонние звуки иногда, типа вот таких. Поэтому не пугайтесь. Да, Шел, особенно ты не пугайся. Вот. А то, вот там еще засмущался прям. Какую-то часть чата я сегодня все-таки буду видеть, наверное, потому что этот овцечат у меня так и не работает, но я смотрю на пике. Так и не запустился он у тебя, да? Я не стала с ним разбираться, ну, такое... что-то меня замучил, ну потом как-нибудь. У него там сервера такие, ну, глупые какие-то. То работает, то нет. Ну, у меня не работает, в общем. Да, у нас бывают такие ситуации. Что-то работает, что-то нет. Итак, значит, кроме этого, значит, мы свою собственную донатную систему организовали. Да, о чем я уже говорил на прошлом стриме. Так, у нас задача собрать 50 тысяч спайса, ой, то есть доната, да, на развитие ромхакинга NES. Ведь так, у нас прям вот так конкретно? Ну, а так вот, а вот прям вот сходу, вот как Шел. Взял, отрезал, сколько надо. Да, привет, Нубер, да, это я. Нубер. Это я. Все тебя уже, Даша, узнали. Да, еще подтянутся зрители, решили мы пораньше начать, потому что хак многообещающий. В общем, один из этих, то есть персонажей, которых вы видите, то есть хака, ну, один из этих, то есть хаков будет сегодня показан. И Даша его обязательно, то есть, пройдет, да, надеюсь? Я думаю, что да. Ну, а да, ладно, если даже не пройдет, ничего страшного. У нас на прошлом стриме его тоже не прошли. Ну, я думаю, тут сложностей особых не должно быть, потому что то, что я собираюсь проходить сегодня, я проходила много раз в детстве, и у меня получалось. Да. Поэтому я думаю, прорвемся. Вот у меня, кстати, вот из всех этих их игр, вот хаков, было вот, ну вот. Все были игры вот эти. Какие-то позже, какие-то раньше появились. Ну вот я помню вот. Вот сейчас мы начнем, кстати, один из таких хаков. Называется он Том и Джерри и Таффи. За моим авторством. Значит, мы его уже стримили. И Даша сегодня будет его показывать, как она его у него играла, как она его в детстве, да? Ну, может, так получится. Пыталась тоже пройти. Я, в общем, не стал сильно мучить Дашу. То есть уровни не тронуты в игре. Но изменен, в общем, что там изменен? Изменения какие? Спрайт персонажа. Изменен, да, главный герой, и немножечко изменены свойства
свойства, чего досок у тебя там изменены. Я потом, да, расскажу про свойства и про все остальное, потом... что я менял в роме, это обязательно. Ну и палитры чуть-чуть там как-то они поменялись из-за изменений персонажа, видимо, я так приветствую, понимаю. Приветствую, M3Tron. Интересно, может быть, сейчас, когда мы начнем стрим, может, эту Роксану поставишь, чтобы она всех озвучивала за нас. Потому что я буду, наверное, скорее всего, обсуждать тоже аспекты ром-хакинга. Мы будем тут втроем тогда болтать. Да, и буду занят очень сильно тоже. Вот видишь, Даша, у нас вот все-таки чата читателя нам, это явно не хватает. Ну да. Как все говорят, что третий лишний, у нас третий нифига не лишний. Ну да. Хоть у меня что-то будет и видно, но вряд ли я смогу... Могу... Даша орёт, Локи тиховат. Так, сейчас я могу шёпотом говорить. Я, кстати, знаю, из-за чего я там. Даже могу объяснить. Это Дискорд. Элементарный Дискорд, его настройка. И его каждый раз надо заново настраивать. То есть для каждого вида пользователей. Вот, например, например, Славы, мне там наоборот... Его приходилось подымать, там колонки чуть ли там не на, по 200 палок ставить, чтобы его было слышно. А вот некоторым вот достаточно одной гарнитуры, чтобы они уже орали. Ну я сейчас достаточно тихо говорю, кстати, привет. И если это я ору, то если я чихну, я боюсь, что вообще подпрыгнет тогда. Это, а такое может случиться, потому что в связи с моим состоянием сегодня. Не пугайтесь сильно, чихов. Да, приветствую, Дима Мерек. Ну что, заговорились мы уже надолго. Пора уже, да, я думаю, начинать. Уже играть. Да, сейчас я покажу, что мы будем сегодня, сегодняшним стримом проходить. Давай с самого начала вот так вот. Оп. Угу. Вот что сегодня будет. Сегодня будет Даша и Хаки. Да. Хорошее название стрима я придумал. Вообще, просто любитель различных названий стрима. Итак, давайте посмотрим. Hacking by Rocket Corporation. И год. Заметили, какой год? Год 2014, 2014, да, это еще лохматый даже год был. Mm-hmm. Итак, вот, сюжет изменен тоже, вот, смотрите. То есть вместо, вот здесь, если вы помните, Джерри был, да? Таффи. Да, теперь вместо него тут Таффи. Кто же вместо Таффи? Да. Неудивительно, кто вместо Таффи будет. В общем, от перемены мест слагаемых... Сумма как раз поменялась. Итак, пресс старт плей, то же самое. Ну что, погнали, и, да, и Даша? Мы это делаем. Да. Да. Так, жесть, управление для смертных. Вот, вот оно. Смысл что управления. Тут? Управление вроде нормальное, если ты... Про то, как мы управляем все это. Вот, у нас тут конфеты так, всякие. Вот, смотри, заметь, что я Даша хакнул. Так, Даша, я хакнул, значит, получается, персонажа, да? Угу. Ну, не просто его хакнул. Я изменил ему палитру. Плюс. Что я еще сделал? Изменил палитру некоторых объектов. Конфет, например, да. Вода. А, нет, палитру конфет я не менял, кстати, она сама собой изменилась. Она вместе с персонажем, да, идет. Ну вот я конфеты решил добавить, ну, под цвет Таффи как раз они будут. То есть все объекты, они на первую палитру все переназначены. И да, мухи. И мухи тоже, вот, кстати. И некоторые вот эти вот насекомые там, вот эти прочие. Я не помню, какие вот. Ну вот, в общем, мне пришлось их тоже... значит, ну, переназначать, трогать атрибуты различные. Я их нашел, ну, конечно, не сразу. Они там довольно-таки интересно сделаны. Но я вспоминаю... я вспоминаю Ломакса, который... первый раз, когда я просил у него о помощи.
И я, в общем, по его хаку, собственно, нашел те самые атрибуты, которые искал, чтобы их доизменить. Вот палитра, кстати, у мышонка была не такая, она была вот здесь немножко серее. Теперь она стала цвета вот врагов больше, чем... Ох, какие капельки да мухи тут те. Так, кстати, свойства... Это самые противные мухи. Когда я менял, кстати, палитру, атрибуты палитры, тут еще, в общем, такая сложность возникла, что они еще одновременно отвечали за... за это, за свойства объекта. То есть, что он делает? Бьет или отталкивает? Или там у него жизни много, да? Например, вот, вот паука, например, видишь, да? Два удара ему. Два, да. Вот, то есть они еще и за жизни отвечают, и за много аспектов. Все остальные дела я нашел при помощи Тая, то есть он мне подсказал, да как что, там он не делает. Помещается в ведро, обожрался, да. Конфет и не может влезть теперь. Нажрался Таффи конфет. Джей-Джей, Том и Джерри. Да, Евгений, все верно. Цензура у мыша, трусы есть и цвет мыши. Столько урона словить. Так, давай-ка все-таки Роксану включим, а то вот я что заговорил. Это за существа вот эти такие? Я так и никогда не понимала, кто эти чудища вот бегают, кто это. А тут могут, много таких непонятных существ на самом деле. Ну остальные-то вроде понятные все. Тут единственные какие-то вот эти штуки, которых я не знаю даже как обозвать. Что за сковородки у тебя тут вот? Вот что это такое? Сковородки? Что это? Да. Думаешь, это сковородки? Это не сковородки. Это леденцы. Леденцы? Да. Ну, это мыша. Сковородка. Мыша, поскольку у нас собирает теперь конфетики. И... в отместку теперь она собирает и леденцы за место сыров. Ну, а Бир, Даша, я это клопы. Нарисовала. Это клопы, говорят те. Это сковородки. Ну, не, он про вот этих маленьких существ, которые бегают. Клопы типа. А, это клопы? Да ну. Да, странные, конечно, клопы. В вашем понимании. Ой. Проходя от конца игры, жирный Джерри, да. Это подгузник. Да, кстати, вот в мультике-то, если вы помните этого Таффи, он там носил подгузник, так что все правильно. Мухобойка. Это конфета. Это мухобойка. Это Дженни Фордс. Чубаки. Это мухобойка. Асер, привет всем. Это же оружие. Приветствую, Асер. Приветствую. Ой, что ж ты делаешь? Ты взяла конфету, использовал зачем-то. Это мухобойка. Что за... А вот. Рокет. Что за... Это подстава, да, такая. Безумие какое-то. Мне я тебе сказал, что это конфета, между прочим. Асер, Дарья слопала конфету. Тут молоток оставил. Ар-57 шел. Читалка орёт сильнее вас двоих. Не, я думал, что это... Читалка орёт. Самое... Ну, Абир, это юзер равно. Сейчас читалку понижу немножко. Ну, Абир, а не Асер. Асер. Асер, да. Асер пришел. Привет, ну, ничего страшного, у тебя еще есть там в запасе мухобойка одна, да? Одна есть, но мне надо две. Ну, в общем, еще стали. Вот эту вот конфету я сделал ее как аналог мыльных пузырей, вот как выдуваешь. Помнишь, раньше вот это, такие штуки были, когда выдувать через эту штуку? И вот это типа она. Роман, ну подожди, она же круглая должна быть. Да, приветствую всех. Юза, привет. Привет. Юза, привет. Английский причем написал это. Так, не трогай. Я не трогаю, я просто пытаюсь понять, где тут штука для выдувания пузырей. Это же мухобойка. Ну вот эта штука, да, такая вот для выдувания пузырей, это сеточка, вот, типа. Они же из колечка. И что я хочу сказать насчет этих мухобоек, кстати. Это, кстати, неизвестные объекты в самой игре. То есть они были, да? Да, вот они были, мы вот я даже их. Наверняка задумывалась, как мухобойка. Да, вот я, кстати, даже когда хацкал игру, смотрел там различные оружия для Джерри. Собака Хамера Дарья. Играет Даша, да, у нас. Да-да. С
собственно, название стрима это и подтверждает. Играет она в мои хаки, которые давным-давно делал. Ну вот, планируется их как-нибудь доработать. И напоминаю, что мы свою личную... То есть мы решили составить собственную донатную систему, да? То есть донаты собираются на другие дела в этот раз, а не только на развитие дюнахакинга. Как вот Слава говорит, побольше по дюнахакинга. А чё, похоже, что я в первый раз играю, да? Ну, вряд. Ну как это? У Даши же была в детстве эта игра, да? Да. И у меня она тоже была, кстати. Может быть, я настолько плохо играю, что кажется, что первый раз. Ну, если люди спрашивают... А тут, кстати, вилла поставила, там можно наверх удрать. Да, я знаю. Тут везде можно отовсюду удрать. Да. И вернуться в начало. Еще раз привет, мэтро. Да, привет, привет. В общем, собираем мы, значит, пожертвования на развитие вот некоторых наших отдельных ром-хаков. Даша, кстати, тоже в последнее время на это подсела, да, Даша? Да, меня подсадили. Нет, я скорее сама все-таки. Ну, что это будет за ром-хак, пока секрет. Камерат, нет, просто слишком хорошо играешь. Да, мы тут просто слишком думали, что-то сделать. Так, ну, надеюсь, это был комплимент в адрес Даши, что она хорошо играет. Ладно, я буду продолжать играть хорошо. О, что-то тут смыли. Мне в детстве все время это кое-что напоминало. На самом деле это вода. Вода. Мне ничего не напоминало. Да. Вода. Это гигантская капля. И, кстати, в канализации, да? Угу. Второй-то уровень. Кстати, Даша, ты же помнишь, тут секретное место одно есть? Да, конечно. Вот. Я, кстати, помню. В детстве помню, один раз до него как-то сумел догадаться. И вот, вспоминая свое несчастное даже на той поры детства, вот я вспоминаю вот этот вот картридж с двумя играми на нем, с двумя культовыми играми. Это был ЧПДЛ 2 и Том и Джерри. И они обе были на одном картридже, помню. Но потом этот картридж куда-то потерялся. И я, значит, купил заново его потом, спустя как, ну, сколько-то лет. Так, а тут было это ведро разве раньше? По-моему, нет. Да, это ведро разве? Самое здесь раз. Чернила Фитерство. Вроде. Ну ладно, чернила, так, конечно. Только не проиграй. Банка, в смысле, я хотел сказать банк. Я сейчас проиграю тут. Я всегда там. А вот и секретное место. MP Pro. Или это только у меня? ХЗ. Докман, мэтро, я переделал, есть возможность. Так, ладно, я не отвлекаюсь, это опасно. Так, Twitch, говорят, не показывает. Так, ну Twitch вообще он в последнее время отжигает, так что сильно на него не надейтесь. Смотрите лучше с Ютуба. Были чернила. Да, это чернила, но много напоминает. Ой, у меня ж... Какие-нибудь ссылки в Дискорде. Ну, вот как всегда. Что за девушка? Это заметила, кстати, анимация. Традиционная. Анимация утопления, я тоже ее добавил. То есть я тут все хакнул. Нет, у Джерика она другая была. Я, кстати, полностью хакнул персонажа. Все его анимации. Поэтому здесь не будет такой несуразницы, как вот некоторых пиратских хаков, если вы помните, пираты любили хакать. Ну такая анимация была у Джери. Вот видишь, даже он, то есть вот как бы вот, вот мыша, она ничем не отличается, когда ползет по этой, да? Ну а я все равно сделал, потому что там, вот, видишь, трусики добавил ему. Угу. То есть полноценные анимации ему сделал все. Просто вот вспоминая некоторые пиратские поделки, да, так скажем, где там заменили персонажа. То есть они вот в сравнении вообще ни в какой не идут вот с этим хаком. А лучше с Good Game смотреть. Идет стрим, там все время боюсь экран. Ходить мимо этих улиток, мне всегда кажется, что они раскроются. Но я запустил рестримы, если что, на все. Единственное, что они могут отвалиться, эти рестримы.
это да. А тут еще такой баг случается, что когда ты, по-моему, проигрываешь, вот там в секретном месте пропадает сыр мелкий. Сыр? Мелкий, да. А, ну потом... да, есть тут, кстати, вот куча багов в этой игре, я помню, когда я особенно играл в детстве. Там, я помню, кучу очков, если собрать за весь уровень в каком-то мире. Мире. Насколько я помню, на кухне. То возникнет баг с этими, с подсчетом очков. Я вот такой баг помню, Даш. Да, а ты на кухне собирал очки? Да, и потом на дереве еще дособирал сыр, помню. И потом, когда дошел до дупла, называется и Калибория Салтума. То очки посчитались с очень большим глюком. Так что там игра, я не знаю, чуть ли не зависла от этого. Так, там у нас улиточка ползает. Сейчас застрим мой хак. А что за хак? Каривариус. Каривариус Ультимейт. Ну, если найдутся кто пройдет твой хак, люди, почему бы и нет? Марио будет? Дэмер, Марио, не знаю, посмотрим. Может быть, тоже будет. Марун. Могу даже ссылку скинуть на хак. Надо немножко очков нафармить. Ой, у меня что-то... темнеет экран. Что-то в последнее... Не знаю, мне что-то в последнее время, когда я запускаю эмулятор, мне через какое-то время затемняется экран. Может быть, это он... Может быть, он в сон выходит? Ну, он как будто пытается, да. Но он яркость теряет. Как будто собирается спать. А, ну это ноутбук у тебя, да? У меня он тоже так делает. Да, у меня раньше не было такого. А это, скорее всего, знаешь, может быть, там с батареей что-то не то. А 50 батарея у меня... Говорите все втроём одновременно. Кстати, вот ее не надо не только отключать, ее надо вынимать еще. Привет и всем. В этот, и, ну, в сеть. Если дома есть сеть. О, видишь, нету сыра тут нифига. Она тут должен быть. Да? Вот тут, да, и вот там. А, ну, видишь, вот, да, вот ты знаешь этот баг. Один из багов, да, игры. Вот, в этих двух местах он, по-моему, как раз-таки пропадает. То есть, если умереть в бонусном месте, то пропадает маленький сыр. Еще да, иногда было, что у меня пропадал сыр то ли везде, то ли... Вот... Позовите, устроим, пусть говорят. Вот хватит научиться. Говорите все втроем одновременно. У меня пропадал сыр еще вот там, где на шарике надо подниматься. Вот в той трубе, где на самом верху чернила, большой сыр и маленький сыр. Да, кстати. Вот тоже бывало такое, что маленький пропадал. Как там... Так, вот я занизил эту тетку дискордовскую, чтобы она нас не перебивала. Как игра по звуку? Сильно громко? Game World. The Ma. Сейчас главное, что в захак. Хак за моим авторством. Заменен главный персонаж, если можете заметить. За место него был, то есть был Джерри. Сейчас за место него проходит уровни Таффи. Что и Таффи, значит, спасает наоборот. Теперь Джерри. А в прошлый раз, то есть, если помните оригинальную игру, то спасает его, значит, Джерри. Могу сильно хак. Ну, обид. Окей, звездочка. Ой, ну, конечно, ты не можешь кинуть. В Ютубе-то запрещены ссылки. Ты кинь лучше на Эмуленде. Если будет такая возможность. Вон там как. Игра норм. А ты тихо. Игра норм, а ты тихо. Так, ну, ой, вот я этого и боялся. Что-то я вот... Я вот тут туплю иногда. Занижать тогда Дашу. Вот так вот, занижу, наверное. А то я... Это там громковатая, походу. Да я вообще громко. Я не знаю, от чего это зависит, если честно. Когда-то да, вот что тут. Иногда вот... Иногда наоборот случается, иногда, то есть я громче, иногда, ну-ка, может быть, в Дискорде. Чего-то там напуталось, сейчас я гляну по себе.
Да и что ж такое, сколько я тут кружиться буду? TN. Короче, как называется Ikari Warriors Ultimate. Google при первом же запросе результат выводит. Бол. Все пропало. Докружилась. Бол, ну-ка не пиши так. Верните как было. Что пропало? Что верните как было? Бол. Ой, да что же у меня сегодня так? Эти капли меня скинули на самое так, дно. А Даша тем временем... Даша да, тем временем это... падает все ниже и ниже. Не знаю, о чем он. Так, где-то Discord. Так. Арт 57 шоу. Немножко... Ничего не изменилось. Чё не изменилось, ничего? Я ещё ничего и не делал, Шел. Чтобы что-то изменилось. Так, где тут я? Вот он я. Так, настройки. Так. R57 Shell. Зато сейчас изменится, я пойду обедать наконец. Так. Так, это зачем мне? Голос и видео. Так, громкость микрофона. Что ты? У меня много. Тут громкость микрофона на прилично стоит. А, ты вот... Это чернильную бутылочку оттуда забрал и поставил в другое место, да? Кто? Ты. Нет. Она в оригинале там лежала. Нет, она на самом верху была. Ну да, она там и она и на самом верху и лежала. Нет, там сковородка была сейчас. Сейчас была только сковородка. Так, чувствительность микрофона сейчас поставим побольше. Вот столько надо. Нет, ну столько. Паштелк. Ой, ну как же так-то? Да. Что я сегодня совсем? Так, все. Скид. Все норм. Пока шо норм, надеюсь. Возможно, этот скайп что-то перебил у меня. Да что ж ты, ну, доктор? Ну, кусок игры закрыли. Ну и где? Так. Да, я немножко залез на игру, но я чтобы посмотреть, что у меня там в Дискорде творится. Так. Сейчас настройки звука у себя. Вот, Даша, ты его и победила тем временем. Так, связь. Есть не требуются звуки. Так, микрофон. Сейчас глянем, что тут у тебя. Так бездарно профукать две жизни, ну как же так? Угу. Понижен у меня микрофон. Так, ну-ка сейчас. Ой, ух ты. Да, ты очень громкий сейчас. Да. R57 шел. Мои уши. Ла-ла-ла-ла-ла. Очень-очень громко. Так, ладно. А так? Так не сильно громко? Как было. У меня, по крайней мере, на уши. А там уж... Все понятно мне, этот скайп. Звук прервал. Еще чуть тише можно. Меня чуть тише. Зуб, да. Где вы? Динамики. Ну обед. Ага. Динамики пот у меня что тут. Динамики сбили чуть-чуть ну, микрофон. По мне все было нормально тогда. Так и усиление микрофона плюс 20 у меня стоит децибел. Так 16 поставил, нормально будет. Ну ничего.
Москва не сразу строилась. А со звуками так и всегда и будет. О, кстати, смотри, заметь, смотри, Даша, видишь, там попкорн летит. Вижу, и смотри, с каким он этими битами серенький. Летит. Он серенький, да. Кстати, я объясню почему. Ну, потому что. Шум пошел. Ты слышишь, Даша, шум? Нет. Так, ну-ка. Game World. Я пойду за скала равное. Так, ну меня слышно нормально вот сейчас. Сейчас отодвину, может быть, слишком близко к себе. Ну, обид, да. Вот и норм. Все, так и будем играть. С таким вот звуком. Вот уровень кухня. Один из моих, вот, кстати, нелюбимых уровней. По той простой причине, потому что здесь, Даша, слишком много антисанитарии. Это... Ой-ой-ой. Я вспоминаю нашу старую хату. Ох, и там столько много тараканов было, это жесть. А тут их просто тучи. Да еще и вон мухи с заводными челюстями дополняют их. Да? Угу. Да вот, кстати, вот из главных минусов игры — это ее музыка. Вот ее слишком мало. И она вот постоянно вот, вот так вот пилиликает, да? Кстати, заметила, Бак? Смотри, можно встать на вот эту кнопочку в столе. На вот этот гвоздик. Вот попробуй встать на нее, вот тогда. Смотри. Так и так можно было. Я по ним забиралась вот за тем сырком. Да. Это разве Бак? Да, это Бак. Ну, Бак, то, что там... свойства блока они сделали, чтобы ходить можно было по этим кнопочкам зачем-то. Вот здесь я, кстати, при помощи ножика забирался наверх. А я забирался? Да, вот здесь он там на кнопочку запрыгивал. Вот с табуреточки. Это табуретка же? Это табуретка? Да, вроде это табуретка. Никогда не думал, что это табуретка. Табуретка с железной стулешницей. Да, я этот топорик использую для того, чтобы не упасть на кого-нибудь сильно больно. Кстати, я помню, задавал мухам значение, чтобы они били, и это была откровенная жесть. То есть мухам можно задать значение, чтобы они это, ну, наносили урон, как обычные враги. Я поняла, да. Или врагам задать возможность отталкивать. Критику, подчеркивание. Кстати, если врагам задать такую функцию отталкивать, ну, всем, кто бил, то игра превращается в очень легкую игру. Очень веселую, наверное. Да, и в очень веселую, и в очень легкую при этом. Ух ты. Да-да-да. Да-да-да, тут много где можно ходить. Не, а ты прямо разгонись туда вот. Со всей... То есть прыгнуть и в этот момент ударить топориком, ножичком вот этим, мачете. Вот где вот эта кнопочка, вот, видишь? А, ну прикольно, слушай, я думал, он только кататься может с помощью. Да, кстати, вот можно замедлять ход этим топориком, чтобы не упасть с большой высоты. Да. Так, прям. Так, бутылки. Хозяйка много пила, видимо. Этого дома. Смотри, сколько бутылок. Разных. С разным содержимым. Да, что-то готовит там. Что-то какое-то там. Что-то нехорошее готовит. Кстати, сейчас посмотришь, какого цвета пламя теперь. Смотри. Кружево. Нормальный же, да, цвет? Да. А что... Что-то оно было красным раньше. Да? Цвета тараканов было оно раньше. Да. А теперь оно цвета Джерри. Теперь оно рыжее и бесстыжее. Это комната славы. О, слава, фу быть таким. Как же ты мог запустить свою комнату? Кухонную. А, у него же бутылки еще в комнате.
Постоянно на стриме бутылками гремит. О, еще один мой самый ненавистный уровень. То, что здесь постоянно тебе что-то норовит упасть. И вот эти муравьи, ой, блин, они такие бронированные. Но зато здесь вон что прикольное есть. Здесь есть... Что за штука? Какой-то пропеллер, да, он что-то непонятный. И вот что есть тут. Это похоже, знаешь, на кленовые вот эти вот перышки. А мне чем-то гусеница, семечко, знаешь, кого напоминает? Вот. Ломакса напоминает чем-то гусеница. Там вот есть палочка. Хочешь взять ее? Да, я хочу ее. Я хочу палочку. Ее не так-то просто. О, видел? На опу упал. Таффи бедный. Да, это больно на опыта падать. Ой, да, ой, уйди. Тражду критику. Что-то пойду. Не прыгает, почему не прыгает у меня? Как-то не прыгает, прыгает. А у там меня... надо нажимать. У меня поздно срабатывает кнопка. Я не могу прыгнуть. А почему так? Картинка. Чуть раньше надо нажимать. В момент прыжка, ой, меня стемнело. Да, приветствую игре конец. Так, написал он Скибергейму у нас. Так, Скибергейм у нас тоже смотрит. Я надеюсь, он не заглючит, как в прошлый раз. Ой, это соломинка какая-то. В прошлый раз это вот Оксана, которую поставил Липецк. Короче, там Руслан, помню, написал сообщения какие-то. Соломинка, да, коричневая теперь, да, цвет мне Таффи. Казалось, что это соломинка или... Еще мне раньше казалось, что вот это вот какое-то большое вязаное полотно, это ниточка из него торчит. Ну смотри, Даш, теперь ее видно зато, где она торчит. Да. Ну а так это была секретная соломинка, и она пряталась. Ну, я думаю, вот игру все уже давным-давно знают, и думаю, не стал. И, в общем-то, атрибуты там не так-то просто исправить для предметов оказалось. Что они жестко привязаны к первой палитре. То есть все отделять — это очень большой труд и задача. В смысле, какие тяжелые? Они привязаны жестко к первой палитре, все предметы. Как это? В чем это выражается? Я просто не могу себе представить, как это. Ну, в чем это выражается? А просто тупо вот один атрибут есть, да? И на него пишутся все остальные объекты. Оптимизация кода это называется, Даш. Чтобы по 100 раз не писать один и тот же атрибут, да, в роме. Они написали просто один атрибут, и все. И он отвечает за много функций. Да. В смысле, для всех объектов с конкретным атрибутом он один прописан. Да. Это называется оптимизация кода. Я думал, ты что-то другое имеешь в виду. Ну, она по-разному. Увидела глюки какие-то иногда. Бывает. А это из-за количества объектов одновременно. То есть игра, видимо, не рассчитана, что тут столько появится одновременно. А тем не менее, они появляются постолько, да? То есть, вот появился пропеллер, появился вон там муравей, еще один муравей, гусеница, и вот периодически начинаются потом графические глюки. Трудно так прыгать. У меня... А что ж так? У меня отклик очень медленный на кнопку, поэтому она срабатывает не в момент, когда я нажимаю, а чуть позже, там на какую-то долю секунды, поэтому... Так, и в чем беда, надеюсь, не сервера? Так, осторожно, там будет падать вроде. Так, еще одно секретное место, насколько я помню, он там есть видимое. Ну и говоря про ромхакинг этой игры, то есть Razer еще, насколько я помню, планировал сделать какой-то хак по вот этой игре. Но с тех пор, как я у него спрашивал, ни слуху, ни духу об этом хаке.
То есть, видимо, это все-таки сложный змей. Почему и вот, кстати, ответ на то, почему я не стал уровни изменять. А потому что они шедевральны. Вот та же кухня, да, вот, например, она очень красиво сделана. А самый мой любимый уровень — это ванная. Она вообще, то есть, верх шедевра вот этого левел-строения в NES, я считаю. То есть, и чтобы вот изменить вот какой-то из уровней, да, то есть это надо очень сильно постараться быть таким же продвинутым левел-дизайнером, да, каким это были авторы этой игры. Эй, ой, куда я убежала? Что-то затормозилось, и я... Так, все-таки немножко отжигает, да, сервер? Чуть-чуть. Солянка, да, она что-то... Ну, смотри, может, другой выберем. Что у меня он Опа. Тоже что-то... И драконы. Да. А где еще стрим есть? На Твиче? А, игре конец. Посмотри на этом. Посмотри на... Ну, на этом, на Ютубе. На Ютубе у нас есть основной стрим, который идет. Правда, он тоже не без глюков записывается, я заметил. Вот у меня всегда была сложность вот сюда запрыгнуть. Тут да, как-то... вот тут. А тут можно палкой запрыгнуть, вон туда. Да? А так же, как ножиком. В прошлый раз. Или ножиком. Ножик у тебя как раз есть? Нет, не так. А как? Вот где этот желудь прыгает. Какой, левый или правый? Ну, вот который самый крайний. Не, не так. Вот здесь, да, вот от этого вот прыгай прям туда. Отсюда, прям вверх? Да. Но осторожно, чтобы не задел. Ну, понятно. Не задел этот. Еще. Надо самый высокий брать. Еще надо. Вот, о, отлично. Прикольно, я вообще не знал, что так можно. Да, это... Игроконы. Основной кучу... канал этот или ГГ? Подчеркивание, подчеркивание. Основной канал или ГГ? Канал RoomHack на Твиче. Юзер, ты там в чате скинь, пожалуйста, ссылку на YouTube канал. Вообще, я в ссылках давал все используемые каналы, на которые мы стримим. И там среди них был канал YouTube. Вот. Советую на нем посмотреть, потому что в последнее время он лучше стал. Ну, лучше в плане просмотра, естественно. Но в плане того, чтобы потом посмотреть, это как повезет. То есть качество Ютуба не всех иногда устраивает. А точнее, никого. И вот, второй уровень второго мира затащен. Смотри, сейчас будет, наверное, глюк. Нет, не произошел. А вот сколько очков надо, не знаешь? А очень много надо очков насобирать там. Там почти весь потолок вот этой. Я не знаю, сколько там может очков движок выдержать. Но вот какое-то количество очков он не может выдержать, это точно. Ну, авторы, видишь, так тестировали свой движок. Видимо, тестеры у них были неважные. Ну, вот самый легкий босс, да? Угу. И самое, что интересно, самое прикольное сделано. Что-то у меня жизни мало. Да, надо жизни у тебя три. Здесь можно, кстати, очень сильно сократить уровень. Можно, но я не буду. При помощи вот листика. Кстати, вот попасть сразу на вторую часть крыши. И таким образом очень сильно сократить. Вот. Я помню, так и сокращал. Но Даша решила пойти по сложному пути. Кстати, видишь, белок и прочую вот прочих зверей мне тоже пришлось редактировать. Вот тоже. Вот. То есть желудь она выпускает на палитру Джерри, пришлось перенастроить. А саму палитру я назначил на палитру врагов, которая здесь была. И так в каждом мире я сделал. То есть палитру Джерри я все равно сделал присутствующей. Потому что, ну, в конце же мы все равно его спасаем, правильно? Ну, да.
И то есть он все равно будет присутствовать. И вот в его палитру все равно мухи окрашены. И вот как раз. Надо было забрать этот. И желуди, вот видишь, который бросает это. Угу. Белка. Кстати, белка мне тоже чем-то Джерри напоминает своей мордой. Может быть, ты заметила? Ты не знаю, может, скорее Тома? И последняя, вот летучая мышь, она вообще прямо копирует этого Джерри. Да, одно лицо. Не, ну смотри, белка вот с мордой вот Джерри, только серая. Угу. Ну, сейчас. Такое ощущение, что они, я говорю, лепили эту белку с него. Ну, рисовку. Же забавно. Не знаю. Ну, не кто-то юзер не хочет отправлять там. Вообще, игре конец. Ты где видел там ссылки на... На этот, как его... На стример Умхака. Ну, тоже, кстати, я заметил, шедевральный тут тоже уровень, да, вот крыша хорошо сделана. Гвозди тут торчат всякие. Вон, печная труба, да? Какая-то вон... Какая-то еще там труба вон, да? Внизу, непонятная. Воздуховод, наверное, какой-нибудь. Кстати, никогда не обращал на нее внимания. Внизу. Угу. И уровень сам чердак называется, да? Насколько я помню. Ну, как-то так. Ну, в чем прикол? Последний уровень тоже называется чердак. Но я его почему-то, знаешь, как называл? Ну, это другой чердак. Я его называл кладовкой. Ну да, похоже. То есть, я помню, потому что у меня в нашей, помню, в старинной двушке тоже была кладовка. Угу. Что интересно, то есть я... Ой, как так-то? Да, вот как так. Это... То есть какие-то квартиры были знамениты тем, вот особенно старые. То есть там иногда кладовки лепили вместо комнаты. И вот у нас была такая кладовка. Ну, потом мы впоследствии эту кладовку переделали под вход из комнаты в комнату. Ну, то есть она выглядела не очень, потому что, ну, там... Целая комната, прикинь, вот обрезалась, да, этой кладовкой. Игрокомнат. Good game! Я думал, кто... ГГ! Да-да-да, ну это логотип Good Game. Я думал, это ругательство. Да не, у нас стараются молчать. Насчет ругательства. О, смотри, как ты убил ее, она все равно там триспаунилась. Тоже вот интересные. Интересные объекты, да, тут. Но они потому что постоянно вот респаунятся. И уследить за этими делами вообще тут нереально в этой игре. Из-за чего она такая сложная в некоторых местах. Особенно вот эти противные листья и эти и мухи, которые сбивают. То есть это еще дает себе знать. Итак, ныряем в трубу. Там чат работает, стрима нет. Там чат работает. Стрима нет, подчеркивание. Так, а вот то, что я конфетку профукал, это очень на плохо. На Гудгейме нет стрима. Ну, я не знаю, вот с чем это связано. Скорее всего, наверное, рестримы не работают. Блин, вот если бы я заведовал бы этим рестримом, я бы, конечно, бы разрулил эту ситуацию, но вот... Ну, обид. Я на Пикаче смотрю. Попробуй другие, игре конец. Попробуй вот YouTube и вот как раз ПК попробуй еще. Интересно, кто еще смотрит тебя и твои
надеюсь, не мучение в этой игре. Вот здесь тоже один из сложных уровней, потому что здесь вот эти угольки летают тут. Ну, то есть, хорошее разнообразие врагов. И вот смотри, там внизу целая кладовая с сырами. Ну, обидно. Но нам она не светит. А ты вот их брала в детстве? А тут... Да, я брала их. Ну, тут, знаешь, как жвачку распределить. Ну да, вот это то, что тут... И несчастная конфета. Я их не брала, вот, потому что да, она более нужна в другом месте. А теперь у меня ее нет. Вот, конечно, некоторые строения, ну, вот, некоторые левел-дизайн, конечно, вот, оставляет желать лучшего в этой игре. Вот, особенно вот, то, что тут некоторые места надо лететь на жвачке на этой, да? Что ты? Вот ты дурак. И драконы. Мелкий. На тубе написано в этой трансляции «Отключен чат». На ютубе написано в этой трансляции, почему это отключен. Я его не отключал. Че, серьезно, что ли? Блин. Ну-ка. Так, а почему отключен? Я его не отключал. Да, что-то не... Хотя подождите, а как писали с Ютуба тогда? Вот же тут кто-то писал с Ютуба. Game World писал с Ютуба. Как это чат отключен? Ну, смотри, как он плюет из кружки. Mm-hmm. Заметила? Как-то странно. Так, а что у нас там? Ну, такую анимацию ему нарисовал. Так, сырик собираем. Конфеты, то есть. Ты... У нас мышата сладкоежка, да? Угу. Так, огонь пропал. Нет, да, это все из-за количества объектов. То есть, если их слишком много становится на экране, то что-то начинает пропадать. А если оно не успело пропасть, то оно начинает исчезать с глюками. Вот такая особенность этого движка этой игры. Ой, мне вообще-то понадобится сейчас очень много жизней. Да, на огне хочешь заработать, да, их? Я вижу, тут побольше сделано очков с огонька-то. Почему это? Ну, в оригинале 50 было. А не 100, насколько я помню. Нет, также 100. А самое большое на том жуке с канализацией, если что. Да. Там 200, а здесь 100. Нет, на огоньке 100. Это оригинал, я еще не изменял тут ничего. Странно, я помню, что было 50. И я в детстве всегда зажимала кнопку и стояла так. Черт кто узнает этот огонек. Вот иногда вот что-то вот стоит. Ну, он стоит как Джерри, потому что, видишь, тут... Джерри же тоже там иногда одной лапой держится за край пропасти, когда стоит. Так, что там? Больше, надеюсь, претензий по трансляции нету никакой. Вот, но вообще все мы ушли, все ушли. Пытаемся, да, вот, наладить. Ну, точнее, не пытаемся, мы делаем это. Мы налаживаем наши все стримы, чтобы они все были более-менее качественными. Под кого-то конкретного мы, конечно, подстраиваться не будем. У нас не тепличные условия, мы все-таки делаем хаки. Они... Кабачки и помидоры выращиваем. Ведь так, Даша? Кабачки и помидоры? Ну, у нас не тепличные условия. Я вот что к тому веду беседу. То есть мы ни под кого подстраиваться не будем, конечно же. То есть у нас стрим идет
так как, естественно, больше мы хотим, да, то есть мы захотели вот поиграть, мы играем, то есть вот. Вот решили мы, конечно, вот на развитие больше положить, вот. И все вот эти вот пожертвования, которые вы вот, которые мы соберем. Естественно, они пойдут на развитие вот этих вот всех аспектов ромхака и ромхакинга в целом, то есть вот этих всех. У нас проектов очень много, кстати, накопилось. Я думаю, хватит на развитие более чем. Вот что хотелось развить вот в этой игре, например, да, Даш? Не знаю, мне лично ничего вообще. Мне конечно же... Конечно же, хотелось бы развить, ну, левел-дизайн. То есть, такой же красивый бы сделать, да, как в оригинале он. Но с другим, то есть... Даже то не есть, представляю, как его. Это можно переплюнуть, если честно. А вот надо как-то попытаться это сделать. Я даже вот к тому, что мы делаем, я не знаю, как подступиться. Я думала, что я вот сейчас возьму, все придумаю, все классно, это я что-то... Да, это все не так просто, да. Это чуть ли там не целый этот сонет надо писать на бумажке. Ну понятно, что целую поэму надо сочинить, чтобы это, чтобы все выглядело идеально, так скажем. Ну вот есть отдельные, конечно, хаки. Вот, кстати, Lomax начинал именно с таких хаков. Не будем называть их полное название, то есть. Ну, такие не очень хаки он делал, я помню. Потом стали на него люди жаловаться, да, и вот, ну и Lomax, естественно, их зачем-то послал, вместо того, чтобы исправить их. Конечно, так дела не делаются, я вот к тому, что веду. То есть, если ты сделал, да, вот, хак какой-то вот, то сделай его, как бы, ну, не чисто для себя, да? А так, чтобы еще это народу понравилось. Я вот так считаю. Да. Вот мы как раз вот эту самооценку и хотим повысить в своих творческих начинаниях. Так, все, 7 жизней просто... у тебя уже есть. Ой, ну ладно, сейчас будет сложно. Угу. Но мы будем держаться. На всякий случай. Ну хотя в моем хаке ничего. Ну, ничего такого глючного нету. Но глюки могут возникнуть, на самом деле. Я помню, босс, вот в оригинальный глюк еще вспомню. Босс иногда может заглючить. Ой. И перестать убиваться. Кстати, ой, сказать. Да, ой, меня... Да, меня... тебя бьють. Бьють, Даша. Меня бьють больно. Меня о, убили. Полетел-то этот. Летит наш орел. Да, самый сложный босс, но тут, насколько я помню, тут просто реакция нужна хорошая, и все. Зачем ты через огонь прыгаешь? Не, через него и надо прыгать. Только не так. Только, конечно, не так надо прыгать. Вот именно. А я вот именно так почему-то. Выживу ли я? Да, у босса много жизней. У меня что-то... Не, кнопка. Конечно, не босс очень, очень странный. Зачем Том заснул голову в камин? Тоже вот остается загадкой. Ну так... Типа он поймал мыша, а мышь не выйдет. Кот его поймает. Кстати, объектов вот на экране с боссом очень много. Там вот внизу, например. Вот этот ой, вот. Ой-ой-ой. Да-да-да, осторожно. Меня запинали. Ура! Ура! Фух. Так, кончилось сейчас... пекло. Да. Я сейчас отойду на 5 минут, хорошо? И вернусь. Окей, давай. Я сейчас. Так, смотрю пока, как у нас дела идут. У нас
конечно, все жалобы надо внимание обращать, и это будет иметь место быть. Так, сейчас посмотрю, что там с Ютубом. Неужели все так плохо? Закончено. Лол. Почему это оно закончено? Так, ну-ка скажите, пожалуйста, там трансляция еще продолжается? Почему это оно тут приостановлено? Странно, я ничего не останавливал. Так, это я описываю настройки. Ну-ка. А, сэр, да. Вот и YouTube начал. Ой, отжигать. А я думаю, что у нас так тихо? Думала, все ушли, что ли? YouTube что-то отжигать стал. Ну и что делать? Могу вот так? Нет, не могу. Так, планировать трансляцию. Ну чё, я побежал дальше. Сейчас, подожди, Даш, сейчас я подожди. Еще не показываю тебя пока. Хорошо, тогда я пока пироженку откушу. Включить чат, ограничить статус сообщений. Так, нет, тут все нормально. Что-то с Ютубом. Давайте, ну, на связь с помощью Overlay. Начать эфир. Так, ну-ка, у меня что в ОБС? Все идёт. Ох уж этот YouTube. Надо в следующий раз, я, знаешь, я думаю, что сделать, Даш. Все аспекты рестрима взять на себя в следующий раз. Потому что сейчас рестримы все на Липецке. И матинизация, кстати, тоже. Матинизация? Да. Ну, монетизация называется. Или как он тут? Как называется то, что донаты мы собираем? Монетизация, да. Бывает. Все хорошо. В общем, все на Липецке. В том числе и стрим. Но что-то пропал, да. Может быть, вернется. Вообще мне это не радует, совершенно не радует. Так, а на пике что у нас? То правда, что-то как-то странно у нас. Все на обрывалось. Ну, через плеер кибергейма только то. На Пикаче смотрю, ну, через плеер кибергейма. Ох-ох-ох, вот это тяжело. Так. Да, это плохо. Нас никто не смотрит больше. Пере это самое надо, я думаю. Но надо решить, что сделать нам. Нам надо перезапустить, наверное, трансляцию. Ну, потому что смысл без зрителей стримить.
Слушай, ну смотри, дело, как считаешь правильным, ты у нас тут спец. Ну, как бы да. Ну, такие вот сложные аспекты, конечно. Ладно, сейчас давайте, я перезапущу трансляцию и начнем еще раз. Хотя, ну не ладно. Ждем. В общем. Так, мы вернулись. Как нас слышно, как нас видно? Всем привет! Сейчас огляну, что там творится на Ютубе. Вот это да, это, мать его, понедельник такой. Понедельник, день какой у нас, напомните-ка. Хороший. Тяжелый, да, все правильно. Сейчас огляну, что там происходит. Арт-57 шел, а я думал, идеально пришел, думал, уже закончили. Нет, Шел, я перенастраиваю трансляцию, но что-то у меня, сам понимаешь. Арт-57 шел. Мы еще но не скоро еще закончим. Нет. Если бы ты знал, как это тяжело стримить и следить, чтобы оно стримилось. Так, ну, чё, мне интересует YouTube. У меня он что-то, да, решил это самое, не стримить. Так, сейчас гейм гляну, что там творится на Пикаче. Ах ты твою ж ты, дивизию. Ну, что-то у нас Good Game только работает, и... Я даже не знаю, это так задумано. В общем, все, кто смотрит, переходите на Good Game или Cyber Game. Поскольку они пока у нас только и пашут почему-то. А, сэр, Good Game и Cyber. Ну да, я это тоже вижу. Причем открылся у меня только Good Game пока. Ладно. Может быть, другой раз получше начнем. Ну давай, Даш. Продолжаем. Ну, побежали дальше. Продолжаем уже как начали. Это самый жуткий уровень из всех, наверное. По мне он одну сердечку. Если бы только он один был, тут, по-моему, все жуткие. Там есть это секретное место. В магнитофоне. Да, я даже боюсь туда лезть. Да, потому что тут слишком много же. Слишком что-то много прыгучего. А удари не включена, говорилка в чате. А ударе не включено, говорилка в чате. Да у Даши даже сам чат не включен. Юзер. Да что же у меня все тормозит-то так? Меня уже пробили. Извини, то есть Acer. Так. Бьют, да, тебя, Даша? Я сейчас смотрю на пики только. Да мне бьют больно. Надо было включить. Ну, если что, юзер, говорилка все скажет за нас обоих. Ну почему у меня все так тормозит? Ну вот, еще и этот отжигает у нас. Я не пойду туда, я этот уровень предпочитаю проскакивать как можно быстрее и без. Да, конечно. Там... Всё. Если есть возможность проскочить, лучше проскакивать. Все ж не все, слава богу-то так у нас. Так, ну ждем, пока вот на Ютубе тогда установится трансляция. Блин, у меня теперь на две порвались трансляции. Ну,
Докман, Усилок. Ой, как ж так-то? Они тут бегают. Ну, нафиг этот сыр. Черт, сыр. То есть надо бежать. Пришлось мне вот... Арк-57 шел. Во всем виноват Визер. Давай, бей, бей, шарик, шарик, бей. Его можно убить. Шарик. Шарик, шарик. Эх, шарик. Я как и ты был на цепи, да? Да, поздравляю тебя, шарик, ты балбес. Тихо. Тихо-тихо, вот еще один, да, там шарик сторожевой. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Все, я убежала. Даша прошла уровень, вот что произошло. Я решила там не задерживаться, потому что очень уж он опасный. Вот изменил тут я. А 57 шел. Слэд, смотри на кибере. Меня еще тормозит еще к тому же. Вот у нас все, не слава богу, сегодня и сервер. Я уже сюда пришел. О, анимация. Пиление у него теперь есть. Другая. Какая-то непонятная сороконожка там. Что ж такое? Там тоже какая-то ужас, да, за стенами бродит. Помимо, ну, помимо опасных препятствий, вот это электричество. Ты, видимо, до сих пор не знаешь, что это всего лишь оболочка для разных плееров с чатом. И вот смотрите, свойство у стенки изменено теперь, благодаря атрибутам, которые я поменял. Теперь а через стенку нереально пройти, да, Даш? Выбор из плееров, либо гудгейм, либо кибергейм. Ну как-то стена-то, как же? То есть теперь стенка отталкивает от себя. И нельзя, то есть, пройти сквозь нее глюком. В оригинале есть глюк, то есть можно сквозь стену пройти все равно. И, ну, и создать этим кучу глюков других. То есть, если ты помнишь, да, Даша, там были глюки еще какие-то, да? Эти глюки ужасные были, меня так пугали в детстве. Просто застреваешь в этой стене и не знаю, каким образом... И оттуда не выбраться, просто он плееры стучит, там... Ведешь, там есть выбор из плееров, либо Good Game, либо Cyber Game, да. Все верно, вот Shell подсказывает вам. Ну вот у нас сегодня почему-то такая вот ерунда, почему-то два. Из всех вас... Будет сегодня работать что-нибудь? Нет. Ну, может быть, они себе выходной решили сделать, кто их знает. YouTube, он вообще... Таки... Когда хочет, тогда и выходной себе делает. Да? Черт кто знает, да, когда у них выходной, у этих серверов. Угу. Проскочила. Да, тоже еще один сложноватых уровней, потому что здесь очень много всего придется сверлить. Я тоже в особо опасные дырки, наверное, не буду залезать, потому что у меня то все тормозит. А при помощи чего ты хочешь залезть? Нет, в смысле, я имею в виду опасные места, типа... А тут я не помню, есть ли опасные места. Здесь, по-моему, они по умолчанию все опасные. Тут они все опасные. Вот так вот. Ну, вон там. Ну и секреты тут не сильно хорошие, тут либо за сыром можно идти, либо за маленьким сыром, то есть... Ну а зачем тут еще ходить? Да, что-то немножко, да, я заметил, сервер тормозит. Может другой возьмем? Да я не знаю. О, это только какой вот мураш, она, я боюсь, еще больше будет отжигать. А GSM Land накрылся медным тазом, кстати, сказать. Так, босс, сложное место. Тут надо вот как-то хитро угадать. Тут, да, есть момент. Так. Ой. И...
ты решил туда прыгнуть, а я бы... А я не знаю, куда бы я попрыгнул. Во-во, как раз их двое было одновременно. Да что такое? Ну, вот такое заковыристое место. Тут всегда все время выжидать нужно. Хм, забавно, да, он танцует, когда выжидает. Ты ему такую анимацию нарисовал. Эх, да, плохо, что так, у нас из-за этого и зрителей мало получается. Может, через другое место пойти? Почему-то он не до самого верха залезает. Ой, пойду там, там где-то безопаснее можно было пройти. Кажется, не так не все, слава богу, сегодня. Ну, ты видишь, даже если вот иногда бывает игроки не настроены, а тут у нас получается наоборот, стрим сам не настроен на свой стрим же. Да, вот как невыгодно в понедельник-то стримить. Вечно какие-то проблемы. Даже не знаю, где идти. Сейчас вернусь. А то что-то я расстроился тоже. Ой, да куда ж ты? А57 шел. Рокет бедняжка. Рокет бедняжка. Такая тишина сразу наступает. Так. Ой, вот я молодец. Ну, в следующий раз, Даш. В следующий раз я предлагаю, наверное, в пятницу устроить. Если будет такая в возможность. Да, ну, хоть в этом. Будет. Ну, потому что, вот помнишь, мы в прошлый раз начинали, и все нормально как бы у нас было. А вот в понедельник начали, и что-то вот... Вот и как тут пройти, чтобы не победить? Все не слава богу, как говорится. Понимаю. А тут очень просто. Не... Надо выждать, пока оно там вот бродит наверху. И в этот момент прыгать, прижимаясь так, к доске. Вот к этой. Но это надо сделать очень быстро и очень это самое. То есть, если она вниз... У меня две жизни осталось. Меня сейчас побьют. Меня побили. Да. Тут непростое место очень. Вот здесь тоже, да, заметил? Я после субботы не отойду. Здесь тоже, да. Слэ. И не надо меня к Богу. Не надо меня к Богу. Раньше ведь у меня получалось это. Вот, вот так, бежать от него, то есть надо. Ну да, тут жестокие места, вот я помню. А я в детстве, знаешь, как проходил? Наверное, как? Тоже догадалась, Даша, как. А просто тупо напролом бежал. Ага. И надолго хватало. Вот. Как-то удалось даже. Ну вот сейчас надо тебе как-то где-то жизни добыть. А где ж мне их добыть? Слава. Вот надо думать, где бы их добыть. Ну, в принципе, кот. Это конт же еще есть у тебя. Один. Один? А он только один? Не, один имеется в виду. Ну точнее один. Конт про это самое. А, сэр. Слива. Слива. Что вы там
то славу, то сливу. Ну, босс очень легкий. Надеюсь, ты знаешь тактику с ним. Асет, босс. Тактика тут медленная, скажем босс. Так. Босс, получи в нос. Ой. Скорее я получу в нос. Тарда с поведением того дурацкого шарика. Да что ж из четвертого уровня, да? Ага. К тому же они еще и взрываются, когда падают. Да как так-то? Ну что ж я? Нет. Ой, game over. Да, continue, конечно же. О, у меня целых 3. О, кстати, это вот... Кстати, никто не предложил конты хакнуть в этой игре, а почему бы и нет? Почему их никто не хакнул? Почему бы не хакнуть конты же еще вот? А вот почему бы и не сделать? Никто же не сделал это. Игре почти хана. Да, игре почти хана на самом деле. Ничего, 3 жизни еще есть. У Даши в запасе. А меня интересует все-таки стрим, он восстановился там или нет, на Ютубе и прочих делах. Потому что мне это совершенно вообще не устраивает, текущее положение нашего стрима. К тому же он еще, вот, то есть я еще перезапустил трансляцию ради этого, то есть, и чтобы... Естественно, у меня 2 записи будут, которые мне придется будет склеивать. В общем, сегодня все, не слава богу. Тихо. Опасный момент. Я просто что-то как-то неправильно делаю. Как-то... Кстати, я петарды, помню, пробовал уничтожать, они тоже уничтожаются, и за них много очень дают. Но это надо сидеть и... Ой, а девка будет сегодня? Вебка будет сегодня от кого? От Славы, что ли? Вообще вебку показывает Липецк. Показывает свою и Славину вебку. А, вебку Даши просят. Почему бы и нет? Но у меня и так все тормозит. Как не знаю, ну, что. Вы что хотите от меня? Вы сами догадываетесь, что мы за это хотим от вас. Ты на что намекаешь? Чтобы, конечно же, Лёху отдашь. Поддержали нас на то, чтобы мы вам и вебку. Я спрашиваю, чего мы с Липецком одни, что ли, такие нарядные и красивые. Но лучше не буду. Чего с Липецком одни, что ли, такие нарядные, красивые, что ли, с вебкой постоянно? Чего? Я тоже что-то не понял, что он имеет в виду. Ну, что типа только они такие вот красивые с вебкой, а мы тут не очень. Я рад, что народ ищет положительные стороны в этом немножко неудачном стриме. Не, я серьезно не понимаю, зачем нужно с камерой стримить. На что там смотреть ее несколько часов подряд? Так не понимаю. Рокет, я Славу запомню мои разные ники уже. Рокет, я Славу запомню мои разные ники уже. А-а-а, Слава. Так как вас запомнишь? У вас там то один ник, то второй ник уже там. На вас Рокетов, на вас меня не хватит, чтобы всех запомнить. Так, душек, да? Вот классно тут, я говорю, все нарисовано. Наверх. А, осторожно, с душек и не упади.
можно за конфеткой спуститься. И вот здесь очень много, вот я говорю, вот эту ванную просто сожрали тараканы и вот эти челюсти. О, как же это так, Даша? Вот он меня затормозил сейчас опять в очередной раз. Неужели я тоже эту игру не осилю сейчас? Вот это будет вообще, я не знаю. Да, не внушает доверия. Ой, как. А здесь я и в оригинале падал, помню. И еще раз падал так же. Да я один раз отсюда не падал, кстати. Да если тормозит, лучше без вебки. Ну. Тормозит у нас соединение игры. А вебка-то она тормозить не будет, она будет мыльной только. Вот, вы готовы смотреть на мыльную вебку? Я не готова показывать мыльную вебку. Ну вот. Так, вот там не прыгай, Даш, там есть глюк, там какой-то объект рисуется сверху, и он почему-то задевает иногда. Да. Ну, обид. Вообще, я предлагал житерку варианты, но он был против. Включилась гордость. Варианты какие ты ему предлагал? Кстати, сильно помогло на мегаломании, что я канал у провайдера расширил в 2 раза, и тормозов вообще не было. Сковородку мне, сковородку. Сильно помогло на мегаломании, что канал у провайдера расширил 2 раза, и тормозов вообще не было. А ты можешь, Даш, такое сделать? Что сделать? Канал у провайдера 2 раза расширить. А я не знаю. Так. Си-рецепт хотелось бы узнать, Слава. Да, вот стоишь ты на этом. Как-то странно, на этом карнизе да, стоишь ты. Странно. Так, то в нет, не забудь забрать. Это называется турбокнопка. Турбокнопка. Он пишет. Я поняла, о чем речь, в принципе, но я не знаю. Так, вон конфеты еще. Ну то. Мыльница, то есть. Мухобойка. Угу. Кстати, здесь куча оружия было вот неизвестных, в том числе и мыло, кусок мыла был еще. И вот Джерри мог бросаться. О, да-да-да. И что? То есть это просто как оружие было и все? Да, это было как оружие. И ничего особенного? Да, ничего особенного. Оружие как этот. И еще было оружие яйцо. Скорее всего, для уровня кухни предназначалось. Угу. Ой, меня что-то комары кусают. Комары? Да. У нас уже, кстати, давным-давно комаров нету. А у меня дома есть. Но зато знаешь, что появилось? Появились какие-то противные зеленые твари. Даже наши стримы часто смотришь. Зеленые твари какие-то появились непонятные. Летающие. Вот примерно вот так же выглядят. Как вот эти... Как вот большие это моль. Большие такие, да, с большими да. крыльями. Не, маленькие, зелененькие. Маленькие? Рептилоиды. Рептилоиды. Нет, не рептилоиды, шо. Меня всё тормозит. Вот смотрите, что здесь вместо привидений летает. Теперь летает тут то, что я в детстве видел. Боюсь уже тут двигаться. То есть я видел этих привидений в качестве моли. И я решил этих привидений, собственно, эту моли заменить. И получилось это вроде неплохо, да, Даш? Ну да, прикольно они так. Но можно было сделать, чтобы они крылышками махали. Зачем ты мучаешь Дашу тормозами? В смысле? Какими? Я мучаю ее. Так, ну тут опасности будет здоров. Тут вот пауки, тут и гвозди. Лизер в своем стиле. Да, все виноваты, кроме... Ну, юзер виноватее всех. Это правда. Зачем вот, зачем столько гвоздей сюда, в эту кладовку понавбивали? Мне даже, я говорю, вспоминая свою старую квартиру, у меня даже столько в моей кладовке гвоздей не было. Ну, обид. Да хотя бы рутани приобрести в дополнение. Не развалилось ничего. Если интерес хороший, там встроенный рестлинг есть. Или стримишь из своего ПК, просто делишь поток на несколько каналов. Кстати, да, я здесь вот формила жизнь. Мне уже Липецк сказал, указал, какие
как рестримы эти сделать. И как их настроить. А, ну что ж ты не стреляешь? Ну, большая проблема в том, что надо все-таки, чтобы эти... То есть... Один человек занимался стримами, то есть стримил, да, например, а другой рестримил. То есть, ну, нужно, чтобы кто-то один занимался этими делами все-таки. Вот у нас есть уже наш управляющий. Это царь всей Руси Липецк. Все-таки. Чего я мучаюсь? У нас же есть жвачка. Угу. Ой, осторожно только. А то вдруг она сдуется об гвоздь. А 57 шел. А еще четверки, которые подолбанули. Стримлю или стримлю. Ну обид. Я один стримлю или стримлю. Хи. Я уже аккуратненько стараюсь тут ходить. Пятый, который бы заливал видео на канал. Совершенно верно, Шел, да. А что, чтобы видео клеил, да? Который бы видео клеил. Совершенно верно. Нам нужен целый клан, Шел. И что я сделала? А там по-другому можно вернуться. Тут на веревочку только запрыгнуть, надо тебя как-то осторожно. Ну а бед, а син, который тестил хотелки. А как вы хотели, вот? А вы думали, вот игры, они просто так делались? Они делались с командой, вообще-то. Вот и у нас стримы должны быть тоже с командой. По идее-то. Что пошла ты вообще? Зачем мне сюда надо, разве мне сюда не надо? Ой. Осторожно. Ой. Где ты меня? Какой-то... У этой летучей мыши птичий клюв. Угу. Ну, она, я говорю, она вот чисто скопирована с Джерри. Это летучая мышь. Да, но у Джерри нет птичьего клюва. О, ты молодец. Ну, да, молодец. Странно, конечно. Зачем я сюда пошла? Странно, конечно, в понимании разрабов летучая мышь, это правда. Так, о, котик. Так, ты тут сильно не увлекайся, тут врагов-то еще хватает. Да. Я помню, заувлекся на этом фотоаппарате, мне вот эта летучая мышь взяла и прибила. Так, ну там вот еще, там надо как-то убить вон ту. А тут хватает врагов, вот я их не редактировал, а стоило бы. Ты как так? Ты чё же ему так больно-то падается? Нет, нет. Вот так вот. Press to be continuum. Да как? Ну что? Что-то я... Да как? Да как в это играть? Здесь врагов слишком много. И все они михают. Ой, тут я сейчас уже михать начну. Ай. Ну что там, господа смотрящие в ночь, то есть в стрим. Что там у нас с этим, с Ютубом-то все-таки? То он мне все покоя не дает. Неужели вообще решил Ютуб нас кинуть? У меня же жвачки-то нет больше. Вот. Подстава. Зато есть леденец один. О, уже нет. Это, кстати, большие шарики использовал, чтобы убить этих тварей. Кстати, да, можно. А потом от них отвыкать сложно. Да, я не знаю. Кстати, вот эти большие шарики, вот... Вот, кстати, вот... Аналог в других уровнях, вот Джерри кидался вот таким вот. То есть мылом кидался и яйцами. Это я неизвестные объекты нашел.
Но они все, что ты думаешь, Даша, они все нерабочие были. То есть графика не подгружалась. То есть, а там еще и графика дополнительная была, но она не подгружалась к снаряду. И, соответственно, Джерри бил воздухом. А тут сложен этот гость запрыгнуть. Я это делаю, я это умею. И чтоб не сесть на него. О. Ой-ой-ой, сколько тут. Поналетели. Ну опять, наверное, надо. А сколько за дают? За что? Мне кажется, тут если врагов много, мне кажется, этих врагов надо бесконечно убивать. А, сэр, предлагаю лидеры играют. Кстати, у нас много стримов было по этой игре, и юзер один был один из проходителем этой игры. Так как? Ну почему он меня бьет? Да ну почему он падает? Что это за игра, где меня все бьют, как говорил юзер? Да. А, да. Ну вот последний уровень, да, он такой вот и без того хардкорный, я поэтому не знаю, что. Тут, конечно, наоборот, надо его облегчать. В объектах все-таки должна быть какая-то вот. Какая-то все-таки какое-то количество разумное. Согласись, Даш? То есть, если сильно много вот перестараться с ними, то вот так мы будем получить вот это. Да. В том-то и смысл, чтобы. На выходе мы получаем вот это, да. Чтобы ну да, задумано, да. Нас все били. Как я вам ту штуку буду? Потому что эти противные то мухи, то эти. Ой, мышь. Ну вот как она тебя вот. Как она тебя под это. Как моя мама говорит. Подловила. Никого нет. Здорово. Надо ловить момент. Пока никто не прилетел. Ну уж, прилетит вдруг волшебник. Так, осторожно. Уху, сзади. Сзади, спереди, сзади, спереди, сверху, везде. Снизу. Везде. Ой, уйдите от меня все, я не хочу. Я не хочу умирать. Я не знаю, тоже. Здесь безопасного места вообще даже нет. Да, это, конечно, жесть. Окружают. Да, это безумная атака. Асэр, загоняют. Загоняют. Сейчас загонят. Загонят бедную мышу. А куда же мне там надо идти-то я? Насколько я помню, за ключом надо. Я помню. Я боюсь упасть. А потом возвращаться упасть. Вон туда, в то место. Я боюсь упасть на кого-нибудь больно. 50 шаров осталось. Да уже нисколько не осталось. Ни шаров, ни жизней, ни контов. Нет, это тут не может такого, чтобы я не прошла это. Асэр, да нет. И грех она. И грех она, говорит. Асэр. Я в шоке. Роки, как так-то? Как? Это да как так? Как так? Ой. Что мы будем делать? Как так? Что мы? Дави, не расстраивайся, я сейвами пользовался. Какие пользовался? Сейвы, юзер, ты о чем вообще? Слай. Я ее ничего, проходила, Даша, не переживай, я тоже иногда всегда, ну это что же такое? Ну вот слава тебе, тебя я наоборот утешает. Говорит, ничего, Даша, я тоже проигрываю. Бывает. Да, что мы будем делать? Ну обидно, Даша, я не реву, не реви. У меня насморк.
Человек еще, да, не выздоровел. Не совсем здоров. А, сэр, тазик. Не тазик, мне. Платочков мне. Упаковку. Что мы будем делать? Я вот думаю, что бы сделать нам со стримом, со стримом. Ну, у нас хаков-то много, Даш, смотри. Нам по-любому надо осилить эту игру. Мы можем его в любой, то есть, момент, я так думаю. Времени еще много, в принципе. Смотри, может, потом тогда его. Можно потом, да, можно отдохнуть от этого безумия. Правда, остальные игры не менее безумные. Ну вот надо посмотреть, какие все-таки менее безумные. Я даже не знаю. Но больше дальше всего я проходила в Rens Adventures. Правильно? Rens Adventures? Да. Да, я думаю, это, кстати, хорошая игра тоже вот. Но там тоже ужасно. Да, там к всему привыкать надо, этот правда. Я доходила, вот, как я тебе говорила, до мух тоже, до мух. Там такие же мухи. Везде мухи. Ох уж эти мухи. Все с ними, не слава богу. Кругом одни мухи. Ну, сейчас я посмотрю, что там со стримом, во-первых. Кстати, давно не было стрима, да, поэтому я отвыкла еще от того, что реакция на кнопки не мгновенная. Поэтому вот еще такие косяки случались ужасные, обидные. Если честно, сегодня больше не твоя игра обидела, а обидел стрим. Что у нас что-то какое-то у нас не очень сегодня. Юзер, тебе на сроки-то мало? Наши хаки HD. Что-то я не вижу, чтобы там что-то шло. В общем, Даша, смотри, я предлагаю туда какой-нибудь перерыв сделать. Да, можно сделать перерывчик. 10-минутный там или еще как скольки. Нужно. Да, пойти снова. И там. Да. И тогда мы начнем следующий. То есть проходить хак, который из нашего списка еще остается. Так, ну что же мы сделаем с трансляцией? Что предлагаете, зритель? Что с ней все-таки сделать-то можно? Потому что это очень... Текущее положение трансляции мне вообще не нравится. Что идет не там, где надо. Говорилка пропала, да, и говорилка пропала, юзер. Я говорю, это все... Говорилка где? На ютюбе, да? Не, говорилка это. У тебя в чате? Да, в этом. Читать ники, учить очередь сообщений, ну-ка. Ну-ка, еще раз скажи что-нибудь, юзер. Напиши что-нибудь в чате. Вот, пожалуйста. Еще и говорилка решила у нас. Ну и неудивительно, почему она не стала работать. Потому что там написано, что это экспериментальные возможности все-таки. Да, что? Тут написано экспериментальные возможности, да. То, что она не всегда, видимо, готова. Да, даже говорилка устала. Я вообще сегодня просто поражаюсь нашему стриму. Именно качеству его. Да уж. Ну, в общем, давай, Даш, что там тогда, пойдешь, да? Я тоже пойду чай налью, пожалуй. Так, тогда мы с горя выпью. Тогда. Сейчас 19:46 у меня показывает. Ну, через 10 минут. Я просто стрим сейчас не хочу вырубать. Просто вот так, вот, как он и будет идти тогда, вот музыка будет играть. А мы там пока настроимся уже, то есть выйдем. Так, сейчас я гляну, ром у меня есть такой. Чтоб уж показать эту
Хотя бы другую игру, да? Так, Ren Adventures, да, он называется? Угу. Что, мне запустить? Так. Да, запусти, чтоб я просто проверил соединение. Угу. Так, сейчас. Мне сейчас еще два ведра выжать в эту брагу. А через 10 минут он может подниметься везде. Ну вот это и хорошо, да. Вот на... Я думаю, подождем как раз. Зашла, да, да? Сейчас, сейчас я зайду. Нет. Не видно тебя. Ну, я есть. Так, ну-ка, Даша, а дай-ка мне тот ром тогда. Пожалуйста. У меня он просто немножко посмотрел, вроде изменен даже. Я, видимо, в последнее время изменял. Сейчас. Так, ну-ка. Как же я так посмел сделать? А, да, я изменял. Я там палитру изменил. Последняя версия рома палитра изменена. Угу. Так, а где мой Дискорд, интересно? А ты кинешь в Скайпе? Дискорд, он в передаче не очень хороший. Я сейчас... Чего хорошего? Эх вы, если ты не выключишь, не поднимется. И так будет на два канала. Надо с вами связаться. А, то есть ты предлагаешь мне вообще его выключить, юзер? Ну хорошо, ок. Тогда так и сделаем. Сейчас тогда с Дашей настроимся в процессе уже стрима, и я с вами тогда попрощаюсь на какое-то время уже. На то время, когда мы это самое, поэтому будем готовы для вас, так скажем. Ну что, поймал? Да, поймал. Сейчас буду смотреть. Я ухожу из Скайпа тогда. Да, конечно. Тоже выйду. Чтоб не грузил проц. Да-да-да, да-да-да, точно. Это совсем другой ром. Это очень обновленный. А я, видимо, тогда еще самый древний свой стримил. Вот, вижу. Угу. Все. Все замечательно тогда. С вами мы на сегодня на 10 минут прощаемся. В общем. Так, до 20:00 тогда, да? Да. Угу. До 20:00. Так. А уже почти. 19:50 сейчас. У меня 19:50. А, 19:50. А у тебя? Ну, у меня 5 минут где-то. Ну, неважно. В общем, сейчас мы через 10 минут подойдем. Угу. В общем, не переключайтесь. Так, мы снова вернулись на круги своя. Ох уж эта трансляция, много она силы времени забирает. Чтоб ее. Да, Даша? Да. Ну, хак, не так уж много, думаю, силы времени отнимал. Все равно у тебя игра-то в детстве была, и рано или поздно ты все равно ее пройдешь. Но сегодня речь не о ней. Сегодня мы попробуем пройти еще один хак из моей хаку-коллекции, которую я, надеюсь, не собираю. Как у нас Ломакс, чем
Говорит, чем больше сдадим, тем лучше, говорит. Ну, я не такого плана, конечно, человек. Я вот лучше сделаю несколько хороших годных хаков, да, что потом по-всякому их взять и, то есть, нормально сделать потом дальше уже. А не целую там тучу, кучу наделать там продолжением, там еще чего-нибудь. В общем, я не такой. Ну, вы поняли. Мы поняли. И, значит, из этой всей четверки наших персонажей будет первый, да? Сегодняшним нашим... Р-57 шел. Рокет какой-то не такой. И еще... Вот, и говорилка в чате заработала. Да надо же. Неужели и стрим вернулся на Ютубе? Ну, в общем, Даша, ты готова, сделала. Да? Я, в общем, да. Давай, сейчас я запущу. Не знаю, что из этого получится. Сейчас я запущу тогда тебя. Ну, хак, то есть. Итак, вот он. 100% ром-хак. Если вы, если вы заметили. Какой-то... Он по сюжету, да, там? А вот он и сюжет, да, весь пролистывается. Понять его очень сложно, что тут происходит. Ну, происходит следующее, да. Значит, того, это, значит, паренька похитили злодеи, и другой паренек спешит его спасти. Как бы это сугубо плохо не звучало. Что в этом плохого? Да, я тоже думаю, ничего в этом плохого нету. Даже Ломакс сказал, да если бы мы в Европе жили бы, все бы было бы замечательно. Ну что, в тюрьме, что ли, сидеть? И никто его не спасет? Ну да. Ну, в общем, давай, Даш, начинай. Ты там, да? Тут же, чувак, доброе дело делать, да, я вроде там. Так, ну давай, начинай пока. Ну, сюжет мы уже посмотрели вроде как. Хотя... Да, два злодея появились. Докман, что это за шлак? Сам ты шлак, Докман. Это хак. Еще один хак от моего производства. Итак, значит, играем мы за Рена. Так, вот, на Ютубе что-то пишут. Что-то пишут, значит, пошла трансляция, неужели? Но я просто рад. Сюжет, значит, повествует о том, вот, то есть сюжет не был показан, то есть словами, а он был показан действиями, то есть два злодея, значит, объединились между собой, чтобы захватить в плен друга Рена, зовут его Йо, и Рен, то есть, и Рену, конечно, это не понравилось. И он спешит его спасти. Потому что у Йо, по сюжету, он имеет перед собой карту сокровищ, которая уже будет дальнейший сюжет рассказывать. А 57 шел. Ириону? Ириону. Шел Ирену. Какую-то там вспомнил. В общем, это паренек Рен. Что ж такое? Как туда запрыгнуть? Значит, что ты собираешь? Докман, печенюшки? А это твое творение. Лол, я не знал. Да, я в свое время умел хацкать еще, то есть полноценные хаки делать такие. Ну вот, это один из тех полноценных хаков, где заменено, заменены все спрайты. Хак на Мегамине? Нет, это хак на одну из, из игр, называется он Кидники, он же Ихамару называется, третий по-японски, если. И он же Марио 14, который у всех был в детстве. Не у всех. Тот же паренек, который ходит с головой Марио, то есть это полная жесть вообще.
Вот у меня эта жесть была, к сожалению, в детстве, и она хорошо подпортила мне впечатление. Но когда я, то есть, ну игра сама не подпортила, то есть игра на высшем уровне. То есть палкой тут, то есть он, удивление вообще, то есть орудует прям как Скрудж Макдак своей тростью. Да, вот расскажи вообще, что он умеет делать, потому что я не совсем. Вот он умеет прыгать, кстати, как Скрудж Макдак, попробуй. Да, это я уже попробовал. Вот зажми, то есть пого, то есть этот пого джамп называется он. Да. Да, вот Рен умеет прыгать, скакать на палке. Я и не узнал равно. Меня он не был, я не узнал. Ну вот Марио 14 больше известен этот дурацкий хак. В общем, на вот эту игру. Оригинальное название, как я уже сказал, Kid Nicky 3 или Ихамару 3. Там Тайкетсу Зоурингин, по-моему. Ну, как-то по-японски так и назовется. Он то, что умеет делать, кроме того, палкой. Так, вот попробуй чардж сделать. Тут можно чардж сделать, это зажать кнопку и произвести суперудар. Так. Вот. Отпускай. Ага. Вот. Кроме того, он может от стен отскакивать. А когда он красным становится, это что значит? Вот у меня такое. А красный — это бессмертие. А, но это крайне редкий предмет, который можно выбить из врагов. Но он случается. Да. Можно выбить печенюшки, чтобы попасть в бонус уровень. О нем сейчас мы расскажем дальше, если ты, конечно, к нему попадешь. Бонус уровень? А, ну да. Да. Вот эти вот штуки меня выбешивают, я не умею. И более подробнее о врагах еще расскажу. Вот как тут проходить? Ну тут вот как-то надо вот. Ну как-то вообще. Тут надо уметь. Докман, а котов ниндзя не хакал? Тут я не умею. Нет, котов ниндзя я не хакал. Хакал их Ломакс. У него есть довольно-таки полноценный хак. Ну, естественно, ломаксоподобный. Так, а вот, по-моему, это аналог, знаешь, чего? Вот тут как-то змейки из Марио. То есть, если встать рядом с этой штукой, она не будет это пускать. Но она как-то это делает странно, конечно. Видишь, что? Она дает тебе фору просто. И ну, ты за эту, то есть, фору должна попробовать прыгнуть на эту штуку. Вот, видишь? То есть странная штукенция, но она немножко копирует того монстрика. Стримьте на YouTube. Тэн, я стримлю. Ты уж написал на YouTube, я уж думал, он там пошел реально. Да, вот это прием на палке тебе обязательно нужен. Во всех местах, вот, сердечку возьми, а, сердечку. Дарья, ты никогда не наряжалась в костюм? Тебя юзер спрашивает, ты никогда не наряжалась в костюм ниндзя? Я нет. Это было бы интересно. А почему ты юзер спрашиваешь? Ну, как я уже сказал, так, что еще не рассказал про этот хак? А мне, кстати, не надо наряжаться в костюм ниндзя, я и так а он с другой стороны даже такая незаметная. Со стороны мышки прыгни. О, бессмертие дали. Только оно нужно тебе сейчас. Здесь можно где-то встать, и босс тебя не будет задевать. Ты, наверное, тоже заметил, да? Нет, насчет встать не знаю, мне... Да, или можно так, да. На ютубе нифига нет. Ну, Тиэн, сегодня ютуб отжигает у нас. Он решил забить на то, чтобы показывать там хоть что-то. Юзер на мышку, я и так похожа. Мне опять же не надо наряжаться. Костюм мышки. Ох уж этот юзер. Да что же я не в ту сторону-то бегу? Все-таки хочет узнать, кто во что наряжается. Так. Что самое забавное, у всех боссов есть название, хоть они и не показываются, опять же, вот.
Я говорю, большой недостаток хака, знаешь, в чем, Даш? Вот, то, что вот все-таки сюжет и все остальное, оно как бы... Блин, на кибергейме смотреть невозможно. Все спонтанно. То есть весь сюжет спонтанно, то есть, меня за показывается. Кстати, хоть бы фото Даши при помощи... Кстати, хоть бы фото Даши показал. Да что, вы мое фото не видели, что ли? Кинул скрин, ты же он... Я знаю, ТН. Я ну, вроде и не прячусь. Не восстановился стрим на Ютубе. Сла, я них не видел. Это плохо очень, что он не восстановился. Шила ответ. Это очень плохо, что он не восстановился. Ну, вот такой у нас сегодня стрим. Полурваный. Сагаман 8. Точнее, разорванный. Так идет стрим у нас сегодня, Сигамен. Вот и Сигамен пришел, кстати. Твой любимый собеседник. Сла, явно не на Твиче. На, качество стрима сегодня ужасное. В том плане, что рестримы все поупадали. Тиэн, Альсо, когда икорить стримить будете? Сагаман, икорить стримить, посмотрим. Стейдж 2, значит. Ой, тут такая музычка чудная мне. Да. Еще более чудные монстрики тут. Слоники. Ну, знаешь что, вспоминая вот оригинальную игру, вот остановиться на врагах. Сагаман. Да как же так? Меня тут все бьют. Да, Сигамен. Наконец-то ты догадался, где идет у нас стрим. Ну, обид. Поздравляю равно. Сигамен у нас прям сегодня это самое, как спальным из леса. А тут ничего нет. Тыкай по всем возможным плеерам и смотри, где идет стрим. Потому что мы... То есть Липецк не зря же столько стримов, это... Столько плееров-то сделал. Тиэн, но на кибергейме резаться лень, поэтому поменьше тут. Не зря же он столько сделал. Ну, чтобы, если где-то что-то оборвалось, да, то оно продолжится дальше в другом месте уже. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы на YouTube все это шло. Мне это тоже совершенно не устраивает. Был бы сейчас Липецк тут, конечно, бы. Арк-57 шел. Ага, чтобы был мини-квест, прежде чем начать смотреть, надо найти тот, который работает. Мини-квест играть. Надо найти тот, который работает. Про что это ты шел? Вот видишь, ты тут все изменил. Тут раньше акулы плавали, теперь тут рыбки красные. Ой, меня... Поменял это... Поменял акулу на рыбу. Минуточку. Угу. А, сэр, Дарья в костюм рыбки наряжалась. Костюм рыбки наряжалась или нет? Как обычно в своем репертуаре. Костюм рыбки? В каком в своем репертуаре? А в чем я должен быть репертуаре, Шел? В твоем, что ли? Какой-то ты странный, Шел. Так, вот касаемо врагов. А, сэр. Вот вспоминай оригинальную игру, Даш, вот. А я в нее что-то и не играла. И вспоминая тот ужасный хак Марио 14, там враги-то не были изменены. А, соответственно, они такие же были в игре, какие были в Яхамару 3. И там ужас. Что там было? А 57 шел. Там вот писающие статуи были вот за место вот слоников, которых я нарисовал тут. И вот, Даша, тебе лучше не знать, чем они стреляли. Хорошо. Так. Что ты нашла тут? Жизнь, наверное. Да? А, ракет нарисовал писающих слоников. Рыба, уйди! Ну, конечно. Тиэн, упоротый дизайн. Уровни, конечно. Ну, вот надо было мне... Да что... Да, дизайн уровня, это, конечно, тут...
еще оставляет желать лучшего. Но вот я им планирую заняться в этой игре. Ну, для начала надо его, конечно, разобрать этот уровень и вообще все уровни в этой игре. Нет, там перерисовали только самого героя, и то не до конца. Ну там башку Марио присобачили, и то не везде. То есть, ну сами знаете, как называется такой хак. Простому называется не очень. Ну где слоники-то писают? Что-то я не вижу. Ты видишь, да? Он пытался там что-то пульнуть безуспешно. Я не знал, что ну просто юзер утверждает, что они писают. Как они могут через хобот писать? Ничего не понимаю. Какие-то слоники-мутанты. Они все нормально, они воду пускают оттуда, откуда надо. Да, из хобота. Вот-вот. Нормальные слоники. Ракета, что ты нас прихлёвываешь, забил что-то? Нет, я не забил. Чего это ты решил, Слава? Просто у нас пока достойных хаков нету. На третью часть, на вторую часть нету. Вот Тай сделал хак, чтобы не били друг друга. Но у нас вот нету достойных хаков на эту. Ладнеф, она утонула. Кто утонула? Слэ. ЭКФВФ хотел сделать ты чего-то там. Мы собрали там, я уже не помню, какую сумму собрали. По-моему, 80 где-то. 700, по-моему, собрали мы. Ух ты, первый раз у меня получилось. Да, у тебя это получилось. С перерисованными врагами. Скрин из Марио 14 с перерисованными врагами. А, я понял про каких-то врагов, ТН. В принципе, да. И в оригинале были не слоники. Кстати, да, у нас решила девчушечка замолчать. Тиэн, там были писающие мальчики. Ладно, не пойду туда. Там были писающие мальчики, да. Ну вот, а в моем хаке слоники. Все на месте. Слоники, это же лучше. Да. Слоники даже лучше, чем писающие мальчики. Да. Уйди от меня, рыба. Ну вот я, кстати, я говорю, вот я остановился на одних врагах, да, чтобы их изменить. Я на этом не остановился, да, что. То есть я решил изменить всех вообще врагов полностью. В том числе и боссов. Но начинал я, конечно же, с боссов. То есть, чтобы под... Ну ладно, как неписывающие девочки. Неписывающие девочки. Ох, этот Шелл. Ой, какая-то есть игра, где девочка должна бежать до унитаза. Ну, какие мальчики больше нравятся? Вот именно, зачем вы Даше выбор заставляете делать? Так... Не забывай забирать печеньки. Печеньки нужны нам. Печеньки нужны. Они вкусные. На этот самый. Да, на бонус. Печеньки со скорпионами я люблю. Тиэн, хорошо, как не писающие слоники. Не писающие слоники. Тиэн, звездочка слоники. Да уж. Кстати, вот заслуга Тая в этом хаке тоже есть. Я чуть позже скажу, о чем заслуга. Заслуга в том, что он разукрасил некоторых врагов в разные цвета. А в оригинале тут такая вот ересь творилась. Тут, то есть... Аж 57 шел. И не какающие Тейлзы. Да, не какающие Тейлзы, но... Все, начнется. Начались Богу, там, да. Варианты. Вот, в общем... Ой, ну, как я Таю пожаловался, вот в первом уровне, например, там враги, практически все враги были серыми. Однотонная такая палитра. Дарья играет в Дюну. Ну, вот Даша тебя спрашивает про Дюну. Нет, я в такой не играю вообще. В общем, юзер тебе не светит.
Вот так вот. Чтобы кто-то сыграл с тобой в Дюну. Я про это, если что. Тиэн, ты не папа еще и нахуй. Ой, да уж, чат сегодня тоже более чем это самое. Так, еще один босс. Мышек в лангист, да? Ты разглядел, да, там что-то мышка? Не, а мышка, да. Поймут мне аквалангист какой-то, космонавт. Вообще аквалангист. Даже под водой же сражаешься. Под водой, по-моему, это над водой. Ну это вот такая странная вода, как и, конечно. Да вообще босс странный. Что он не в воде с тобой сражается. Кстати, а почему бы не сделать, да, чтобы он в воде сражался? Вот разные идеи можно, кстати, для ром-хака придумать. Когда будет цветовая дюна, я с Визером сыграю, я должен ему отомстить за МК. Слава намеревается отомстить Дюне. Подожди ты, Слава, еще надо такую Дюну сделать пока что. Тиэн, Альсо мне одному тут босса мегаменовских напоминает. Мегаменовские боссы? Может быть. Но это если оригинальную игру рассматривать. Я вот всех врагов сделал животноподобными. Все равно противостоят всякие зверюшки. Лизер лучше, да? С тобой в кооперативе сыграет против Лизера. Это же лучше, да, Даш? Я вот ни разу не видел, чтобы людям противостояли зверушки. В каких-либо хаках. Ну, босс легкий, кстати, вот. Даже ты с ним в легкую справляешься. Юзер лучше с ИИ с тобой в кооперативе сыграет против АИ. Ну тут боссы такие, что тактику нужно подбирать. Мечтайте. Тоже не сразу все получается. Да. Это я пару раз видел этих боссов, поэтому получается. А так... Так, бонус. Я бы с ними мучилась еще. Так, что говорит? Бонус гейм. Стреляйте в шары и выигрывайте призы. Призы будут... А, призы понадобятся для моего спасения. Ну это этот. Ты догадалась, да, кто это? Этот и да. Кого мы спасаем? Вот это вот что эта рожа делает, которую я сейчас выбила? А сейчас тебе ничего не дадут, сейчас тебе просто очки дадут. Но если бы ты выбил одинаковые призяки, то что-нибудь бы дали. То есть это просто для очков, да? Ничего да, больше. Это просто для очков. Вот если разные призяки выбрать, то они просто для очков даются. А так... А в игре она не встречается, да? Ой, свиньи. Очки? Или что там именно? Нет, вот эти рожи. Встречаются. Да. Вот ты ее только что подобрала, там рожу-то, когда плавала. Ну, это другая. Да нет, это... Ну, почти та рожа, да. Ну не почти, но это другое. Вот рожа у Рена это, насколько я помню, жизнь. Да, а у этого это что? Я вот об этом и пытаюсь узнать. Или наоборот, по-моему. А, нет. Рожа Йоха восстанавливает полностью все здоровье. Осторожно, бабочка. А бабочки тут агрессивные вообще. Да. Вон, смотри, свинки тут бродят. Как все замечательно, да? Да под такую музыку еще. О, бомбу бери. Бомба уничтожает всех врагов. Ни разу не брала бомбу. Дайте Дарье дубль драгон. Зачем? Что я буду с ним делать? Ой. Неожиданность. Тут в оригинале тоже творилась ересь, на самом деле. Сейчас ты видишь вот симпатичных зверушек, да, вот которых я перерисовал. Свинок здесь... ты сам рисовал, да? Да. Ага. Вон лягушата тут, видишь, прыгают. О, а что здесь в оригинале скакало? Это тебе лучше не знать даже. Ну это же страшно представить. Ты когда-нибудь летающих бананов видела? Летающие бананы. А прыгающую редьку? Прыгающую нет, летающую видела.
То что я в эту ванну никак не запрыгну-то? Так, вот она, ванна. Будь тут на самом деле легко, тут только на бревна не нарывайся и не пытайся залезть в ванну, когда бревно у тебя. Дайте две Дарьи приставку ей. Пусть копия играет в игры. Убери, бери свиток. О, ты бессмертная сейчас будешь. Ой, я теперь могу по бревнам валяться. Конечно. Так, все, кончилось. Так, бери, там вроде еще подпитка будет. Там вон, еще вон она, подпитка, ага. Она, видишь, она восстанавливает всю шкалу полностью. Да. Вот это рожа его. И этого, ее этого. То есть ее в какой-то момент тебе помогает даже. Угу. Для своего же спасения, так скажем. Вместо свинок тут эти каштанчики бродили на ножках. Каштанчики? А как ты догадался, что это каштанчики? А вот я вспоминаю, я помню, журнал какой-то с поделками читал в детстве. Как там из каштанов делали различных зверушек. И вот я посмотрел, ну ё-моё, это же вылитая та поделка. Это ё-моё, ой. Только каштан почему-то, знаешь, какого цвета был? Фиолетового, как этот, как баклажан. Ох уж эта ванна. Ну тут тоже, видишь, какая несуразница. Мы плывем в водопад. Так, там будет бревно, осторожно. А, бревно, нет. Не пытайся залезть в ванну, когда бревно. Я пытаюсь не пытаться залезть. Сильно как в конфу играл, это кидал. Билли Ревенж. Дабл Дрэгон. Сыграем мы потом в твои хаки как-нибудь. И какие там скинешь. Но пока мы хотим вот. То есть. Там что хакнуто, мне интересно знать. Конечно, бы желательно бы, чтобы уровни были хакнуты, но вот. А сюда есть смысл спускаться? Или хотя бы все спрайты, вот как я сделал это. Или весь сюжет изменен графически. Ну попробуй туда, может быть там что-то есть. Там есть что? Ну вообще не туда тебе надо. Я знаю, что... А, есть что. Ну ты собирай их. Кстати, смотри, вот останься здесь. Видишь, не скроллится туда? Да, это один вижу. это один из багов... не из багов, а неточности игры. Знаешь, почему не скроллится? Почему? А потому что хитрые разрабы туда экраны не поставили. И задали такую функцию коду, чтобы если экран. Я падаю невысоко, я боюсь. Чтобы экранов, высоко. Если нету, да, в игре, в том месте, где, ну, где их нету, то игра туда не скроллит. Но выглядит это немного плохо. Ты видел уже, да? Ну да, сейчас минуту. То есть оно все равно пытается туда скроллить. Перерисовано в куче графики. Уровни. Враги сейчас бьют. Уровни враги. Ну это хорошо. Да ёлки-палки. Нам бы еще. Нам бы не помешал бы такой хак уровневый. Потому что уровневых хаков довольно-таки мало. А, сэр, мне тоже две дари, пожалуйста. Можно без приставки. Ах ты юзер. То есть айсер. Что там такое? Говорит, мне тоже дайте две Дарьи, пожалуйста. Можно без приставки. Ох уж этот. Да. Так. Насколько я помню, там чекпоинт есть, так что осторожен, тут не упади с водопада. Так, я сохранюсь на всякий случай, если что случится. Там, по-моему, шипы внизу, нет? Да, там много чего будет внизу опасного, так что давай. Чему там учил Скрудж Макдак? Не будь слизняком. Да-да-да. Да, Рен немножко научился приему у Скруджа Макдака. Прыгать вот при помощи палки. Может пригодится. Я не могу так сказать. Мне жены достаточно, Слава говорит. А зачем же тогда Слава так говоришь? Получишь моп от жены.
Ассет. Тоже мне надо падать-то. Рессоры трактора. У Славы, кстати, трактор есть. Правда, не, правда, он сломанный. Так, он туда лучше не падает, там шипы, насколько я помню, там... в яме. Там и справа, а может же на нет, казалось бы, отбить. Бей, бей свинок. За свинок потом больше печнюшек дадут. И бомбу вот тебе нам надо бы еще выбрать. Не бомбу, а знаешь, что бы выбить? Ой, осторожно, шипы немного отнимают. Осторожно. Так, бабочка. Бабочка, бабочка. Она очень бронированная. Ага. Если раньше цветок пускал. Опа. Ой. Пристрелили тебе. Смотри, как он забавно. Да. Не может Рен обойтись без своей палки. Но это, кстати, не его оружие на самом деле. Ну, я упала на свинью. Его подлинное оружие это. Японская алебарда. Алебарда, то есть. Называется она Гуандао, по-моему. Видишь, что я знаю даже? Да. И вот это вот, вот этот рог, который у него, это такая, такая прическа, оказывается, есть. Называется ну, да, на Тонгари. Вот тоже да. Запомни, что Даша. Что такое алебарда? Мне это понадобится? Не, ну просто говоришь, там рог у него какой-то. Это Тонгари, на самом не, деле. Не, ну я знаю, что это прическа. Такая интересная. Ну, древних китайских воинов, они раньше так делали, оказывается. То есть... И знаешь, для чего делали? Еще, я еще выяснил по истории, ну, так, Википедии, точнее. Они, то есть... Сами же китайцы, они какие? Низкорослые, да? И они вот этой своей прической показывали свое величие. Бою, естественно. Вот и Рен то же самое, у него небольшие комплексы есть по сюжету, именно с его ростом. И он эти комплексы решил исправить прической. Довольно хорошее решение, да? Что такое алебарда, ты не знаешь, Слава? Это топор. Это, точнее, копье с топором на конце. Слэ, а у Даши есть комплексы? А у Даши есть комплекс? У меня? Сразу у Даши спрашивают, главное, интересно. Ух ты, смотри, как застряла свинка. Свинка. О, и еще одна застряла. А они там, это, они тусуются на этой, на ступеньке. Ну это нормальный глюк. Они просто на ступеньку попали. У них тут такой особый поведенческий АИ, то есть, видишь, они появляются бесконечно в разных частях экрана. И то же самое вот лягушата делают это и прочие враги. Натуральное сверло для ушей. Рост маленький, зато палка большая. Рост маленький, зато палка большая. Ну вот в этой игре он использует именно палку. Потому что, ну, в игре предусмотрена палка, правильно? Согласись, Даш? И, соответственно, если бы он попал в DuckTales, этот Рен, он бы тоже бы использовал трость. Как эй, и Скрудж. А, экран. Вот. Возможно, да, экран решил упороться, да. А ты попробуй вон дальше, прислонись туда. А, я прислонилась. Да. Да, скроллинг немного упоротый у этой игры. Но мы его не чинили, ставим. Потому что, ну... Ой, ну куда же ты прыгаешь? Осторожно, шипы много отнимают. А, знаешь, почему не чинили, Даш? Тут, скорее всего, Edit Layout надо искать. Edit Layout — это редактирование, ну... Положение экрана, да. Да, всех, причем. Как бы это... Если вот надо его найти, в общем, этот Layout,
и добавить в те места, где экранов нету. Это, ты говоришь, более ранняя версия редактора нужна, да? Чем, ну, чем... для начала вообще не надо... Нет, для начала надо вообще добавить эту игру в редактор. Если он есть вообще... А, его нету даже. Да, для начала надо добавить ее. Потому что ее нету там. А через хекс? Если... Ну, через хекс это долго. Ну, так... Это сначала что, найти может... надо, лейаут. Это найти вообще реально как-то? Вообще как это? Да, почему нет? Дебаггерами можно, вполне реально. Угу. Так, запомнил, так, да, что надо делать, чтобы... Забыл. Так, ящерица противостоит тебе, осторожно. Это Годзилла. Волк, ой, это что-то по злая игруля. Ой, злая игруля. Ну, кто-то ее даже знает, эту игру. Да, Бол. Та самая игра, которую уже, которую мы уже стримили много раз. Так, ну чё, я сюжет-то не рассказал до сих пор этой игры, да? Так вроде вначале всё поняли, уже нет. Ну, два злодея, в общем, объединились друг с другом. Это... Историю этих злодеев хотелось бы рассказать, потому что она не рассказана, не была. Ну, мистера Магога я знаю, да, а второго не знаю, наверное. Вот, второй, значит, злодей — это Кэтчер. Это он лично мной придуман. Но он из далекого мультика моего детства, на самом деле, спёрт. Точнее, его прообраз. Ты, может быть, смотрела мультик там про этого? Про... Раньше такой советский старинный мультик про мышей был. Про мышей этих, которые там, ну, террористические эти... Группировок котов раньше ликвидировали там какие-то. Ой, сюжет. Я не помню такого. Такой навороченный мультик, Ладно, советский, старый. Сколько лет? И вот тот самый вот этот... Что-то а башка... прыгать, она больше не хочет? Башка у паренька должна быть больше. Нет, Бол, это хак. Я здесь все изменил, в том числе и паренька. Руки тебе сколько лет. Эх, сколько есть, все мои. Слава. Так, еще один бонус. Раз, два. Слушай, тут ничего не меняется, они все в одном и том же месте всегда находятся, да? Ну да. Можно ну, просто запомнить место, чтобы выбить призяки различные. И да. Они тут не регенерируются часто, они просто иногда в случайном порядке выбиваются и все. Угу. Нет, не мышерокеры с Марса, Бол. Старинный, советский. Нет. Сейчас меня убьют, убьют. Ничего не напоминает даже. DuckTales. Напоминает. Да, у меня вот первая ассоциация, когда я это увидел. Да. Думаем. Я вот сам не помню этот мульт. Ух ты, как она задом тебя парит. Это мотылек этот. Блин, эти мотыли — это какой-то ужас. Ну. Комарики без воздушного шарика. А здесь можно схитрить, здесь можно... Вон, видишь, ключ можно сохранить. Кстати, ты можешь бить врагов сверху, если зажать удар сверху. Вот, смотри. Ой, могу и вверх. Да. Прикольно. Ну, вы же не все приемы этого Рена-то разобрали. Да, я не знал, что ты говоришь, что не сможешь. Так, да. Осторожно, да. Тут, ой, там шипы. Сердечко. А мне их не сказал. Тем. Кстати, что за предметы собирает главный сердечко. Герой? Очень похоже на женское тело. Я вижу. Кстати, что за предмет собирает главный герой? Я, наверное, понял, о каком ты мульте говоришь. Старинный, он очень старый, там, я не знаю, ему лет больше, чем мне, там, даже Слава тут спросил, сколько мне лет. Ой, оставьте. Вот можете как раз посчитать, если вспомните, как этот мульт назывался. Ой. Осторожно тут. Я все бью. Давай вниз, попробуй. Там за этими сконять. Вон. Ты поняла, да, как там надо это? Угу. Угу. Вот, видишь, как летит. Это тоже один из приемов, но он, к сожалению, не наносит урона.
Так, а может и к счастью? Ой, меня побили. Больно. Я вот название мульта не помню, но вот я помню зато сюжета вон, и там вот... Вот главный мышь там был, да? Может быть, ты, Даша, вспомнишь это. И вот, в общем, он со своей подругой там в процессе там объединился, чтобы навалять преступной организации котов. А коты там чем-то занимались. Мультик был кот Леопольд. Нет, там Леопольда не было. Вы что, это добрый же мультик. А там был не совсем добрый мультик. Там первая попытка сделать советский боевик. Даже. Подозреваемым. Это Леопольд вообще отдыхает по сравнению с тем мультом. Так, вот здесь Даша аккуратненько. Надо тебе эту голову срочно добыть. А как же я это сделаю? А там все просто, надо перепрыгнуть вентилятор прыжком. Там но мухи. В этот момент осторожно, да, мухи, чтоб тебе. Меня... А ты пользуешься ударом сверху? Тихо, это только не это самое. Так, шарик активируй. Его можно любыми способами активировать. Можно прыгнуть на него. Ударом только можно. Естественно. Ой, тебе нужна эта голова. Сейчас тебя убьют. Вот это. Сейчас меня убьют. Ой, не помню, хоть убей, как этот мультик назывался. Но вот... Вот он и еще какой-то про Мюнхгаузена еще был. Ну, посмотри, может есть. Там шипы сейчас, наверное, будут. Во, шипы почти. Голова бы сейчас тебе пригодилась бы. Ох, все. Уже нет. Такой жестокий тут. Предлагаю до следующего геймовера и уже завязывать с этим делом. Ну, как хочешь, да. Я думаю, мы... Ой, уйдите, ой, оставьте меня. Ну, вообще бы, конечно, бы подольше бы постримить, но вот у нас... Ну, вот у меня, к сожалению, не получается подольше, мне такое уже надо. А завтра как, Даш? Ну, слушай, давай как-то там сообразим, как получится. Может, прям завтра вряд ли. В первой части. Ну, вообще, знаешь, я предлагаю вообще вот начать какой-нибудь такой вот... Ой, в день, который лучше всего для стримов. Вот. Я тоже считаю, да. Я, конечно, сказал, что завтра, да? Ну, меня пока не устраивает тут качество стримов, которое вот началось оно уже с понедельника, да? Угу. Вот, конечно, плоховато. Так, а мне понадобится тот ключ, который там выпадается, интересно? Алсо, мне эта игра опять напомнила Мегамен, но музыка Квилли в первой части. Я потом вспомню этот старинный мультик. В общем, про образ кота я взял оттуда. Вот этого главного злодея. Но придумал ему имя я. И это было очень давно, это было в далеком моем детстве, когда мы с другом там различными там, ну, баловались в детстве. Различными детскими такими выдумками, да? Угу. И вот этот злодей как-то сумел сохраниться в моих воспоминаниях. Чтоб потом я его смог воскресить вот в этом хаке, так скажем. Ой. А, осторожно. Куда бежать? Куда? Бей его, бей. Что творится, блин? Вот он кидается, интересно. А, всякой ересь. Ну, ракетами всякими. Ты там маневрируй. На том месте не будет, Даш, тут. Он не любит этого. Я вижу. Он меня вообще не любит. Так, что случилось с чатом а у что, меня? Все? Ну да, до первого геймовера. А как так быстро? А, так, а я сейчас на том уровне появлюсь у тебя опять, да?
Не понял, а почему у меня чат вылетел? А я вижу вот каких-то котов в чате. Да, я только сейчас увидела. Ой, что ты так, хочешь? Сколько у нас времени? У нас еще хочешь поиграть? Ну давай, часов. В принципе. Время еще позволяет. Так, ну давай, ладно, разочек, и тогда уже завязываем. Потому что уже, да, мне пора. Ах, уж этот чат. Сэр, устала она уже. Вот так еще, наверное. Дебильный чат, конечно. Полетает, когда хочет. Вот это вот. Это же оно есть. Во-первых, Рокет не может быть беспощадным, потому что Даша сама захотела дальше пойти. Ой. Даша хочет все-таки немножко поиграть еще, да, так что дайте ей возможность, это раз. В принципе, да. Тем более игра хорошая сама по себе. Я еще не дорассказал сюжет. Это два. В общем, прообраз этого кота я взял оттуда. Старого советского мультика. Еще тогда, в детстве. И мы вот с другом выдумали этого злодея. Сначала он был Кошкиным. Потом я переименовал его в Кэтчера. Чтоб он и по-английски звучал хорошо. Вот, в общем, его зовут Кэтчер, этого злодея. Он организатор кота-собачьей мышиной группировки. В общем, у него такой альянс. То есть он как-то сумел объединить котов, мышей и собак между собой. И, конечно, ему нужна была помощь в достижении своей власти, да? Каким-то макаром дальше. Как амплуа злодея, естественно, да? Силен, Google Dragon лучше. Это при... И, естественно, он объединился с другим злодеем, не менее известным. Вот Даша его как раз вспомнила. Как раз таки более известным, наверное. Да. Бол Рамхак. Эй, что такое? Сэр, так, тормозит, Дубль наверное, да? Сложноват. Ага. Дубль Драгон предлагаете. Есть фото Кэтчера. Да, Бол, есть. Ну, во-первых, в этом хаке оно добавлено. То есть с самого начала стрима, когда мы начали играть, оно там появилось в сюжете. И, кроме этого, в хаке Дюны есть. В моем личном. Он в качестве ментата выступает. Не могу это запрыгнуть. Там можно запрыгнуть, там просто, да, по-хитрому. Очень. Ну ты почти получилось все. Там надо до конца облака прыгать сразу. Вот. И что этим злодеям по сюжету надо? То есть, если ты заметил, там Йо какую-то записку держал, да? Угу. Это на самом деле была карта сокровищ. И вот одному злодею по сюжету надо одну вещь добыть, да? А другому другую. Из этой карты сокровищ. Угу. И, соответственно, они для этого его и похитили, этого паренька. Ух ты, куда я забралась? Чтобы эту карту отобрать у него. Но он, естественно, ее сумел... по сюжету затарить. И поэтому... А что я здесь делаю? О, ключ один. Ну, уже три ключа. Угу. Куда мне столько? В общем, вот такой сюжет интересный. Я решил придумать для этого хака. Да, его одобрил. Даже одобрил идею. Кое-какие. У нас еще совместный хак с ним есть. Помимо этого, на DuckTales 2. Вот мы, кстати, продолжение делаем с ним.
там уже как два персонажа, то есть там двумя можно играть и Реном, и Йохом одновременно. Ну, может быть, помнишь, Даш, DuckTales 2 на двоих от Тая? Да, с черным плащом. Вот мы на его основе сделали, в общем, продолжение. А вот это как бы то, что происходило задолго до того хака. Ладно, хоть не с Уреном. С кем? С Уреном. Ну и да, вот враги животные тут у них. Ай, я падаю на шипы прямо. Еще ни разу не было, обычно люди против людов воюют, а тут люди воюют с животными. Причем не с простыми животными, а с цивилизованными. Я считаю, это хороший сюжет для игры. Вот стоит вот, конечно, его развить дальше. Естественно, и левел дизайн тут поменять. Пока надо решить, какой. Потому что тут левел дизайн аляповатый, конечно. Вот. Тебе ничего не напоминает, Даш? Ну, Марио, да? Марио же. Ну, так платформер, он и есть платформер. Вроде. Не, ну вот эти блоки, вот эти вот сплошняком, которые мне чисто Марио напоминают. Эти облака мне кота Феликса напоминают. И, кстати, его тоже. Вот кот Феликс, кстати, забегая вперед уже. Это одна из самых сложных игр в плане пожатия ресурсов. То есть там пожали даже уровни, чтобы их это... Я не понимаю, как наплодить много. А попробуй суперударом, с чаржем. Так, да. Ну, и естественно, что? Не сейчас. На расстоянии. Ну, ты осторожно, вот смотри, как он летит. Тут поведение-то у него на самом деле простецкое. Я понимаю, но... Это что же? Это что, у меня все зуб опять. Куда мне бежать, чтобы меня не задели? Ух ты, я его стукнула. Так, все, давай бей его уже. А ты бей снаряды, снаряды же тоже можно бивать у него. Да? Конечно. Круто. Все можно бить. Ой. Ну, не знаю, что ты мучаешься. Это не какой-нибудь там тебе Чип и Дейл. Так, осторожно, бежит твою. Вот теперь туда, давай, вот. Они меня стукнули. Не, он, видишь, как у него... Он... как только он конца экрана касается, он начинает на парашюте летать. Угу. И в этот момент просто в середине быть. Когда он бежит к тебе, то можешь бежать в его сторону. Вот, видишь, бежит к тебе. Бежи к нему и осторожно. У него поведение однообразное, на самом деле. Это еще не самый сложный босс. Самый сложный будет дальше, как раз. Ну, наверное, я не знаю, сейчас ты, наверное, проиграешь. Наверное. В следующей серии, наверное, уже его победим. Не приноровилась я пока. Да, у нас вот ограничения вот по нашим стримам с Дашей, то есть... Время, оно и есть время. Так, осторожно. Не спеши, не спеши. Ты спешишь, Даша, спешишь. Еще хочешь? Не, на сегодня хватит. Ну вот, на этой, значит, ноте, пожалуй, мы и заканчиваем. В следующий раз. Сегодняшний стрим. Будет. Конечно, он бы мог бы быть еще лучше, но вот. Какой уж есть. Ну, получилось. Поговорю о Слипецком, что там с рестримами случилось. Стримами заведую не я, так что сложно определить причину того, почему сегодня YouTube решил отдохнуть от нас и прочие дела.
Даша будет выздоравливать, чего я ей желаю. Спасибо. Ну, потому что здоровье это важнее всего, важнее всяких этих игр. Даша, я не убиваю, я носом хлюпаю просто. Спасибо. Юзер, дай уже Даше выздороветь. Что ты пристал к ней? Ну, вы же меня поддерживаете. Не знаю, как вы, но сегодня мы обо всем многом всем поговорили. Я думаю, и на следующем стриме, ориентировочно, когда он будет, когда мы такой устроим еще стрим. Надо будет подумать, не скажу точно. Вообще, без понятия, если честно. В общем, как скажем. Спасибо, так сразу. Два ведра выжил. Два ведра выжил. Выжил. Да, Слава там брагу делает из яблок. Молодец. Слава же у нас этот. Спасибо, на букву А. Да, мы поняли уже. Заядный алкоголик. Ну ладно, чё. Ладно, спасибо, что смотрели. Такой уж у нас уж стрим. На букву А. Будет еще от нас стримы. Когда уже вопрос времени. Пока. А пока мы с вами прощаемся. Всего до скорого. Да. Любите друг друга. Не болейте. Самое главное. Берегите себя. Подписывайтесь на нашу группу. Ставьте лайки. Ходите на наш канал. С вами был я, Рокет, и Даша. Еще увидимся. Пока-пока. Всем до скорого. Слава, не обижайся, все хорошо, мы шутим. Да, Слава. Нет, не стоит. А то воду будем на тебя возить. До скорого!